Monsieur Laguerre vous attend. Часть третья. Глава первая. Уинстон не знал, где он. Вероятно, его привезли в Министерство любви, но удостовериться в этом не было никакой возможности. Он находился в камере без окон, с высоким потолком и белыми сияющими кафельными стенами. Скрытые лампы заливали ее холодным светом, и слышалось ровное, тихое гудение. Он решил, что это вентиляция. Вдоль всех стен, с промежутком только в двери, тянулась то ли скамья, то ли полка, как раз такой ширины, чтобы сесть, а в дальнем конце, напротив двери, стояло ведро без стульчика. На каждой стене было по телекрану 4 штуки. Он чувствовал тупую боль в животе. Заболела еще тогда, когда Уинстона запихнули в фургон и повезли. Ему хотелось есть. Голод был сосущий, нездоровый. Он не ел, наверное, сутки, а то и больше. Он так и не понял, и, скорее всего, не поймет, когда же его арестовали, вечером или утром. После ареста ему не давали есть. Как можно тише он сел на узкую скамью и сложил руки на колени. Он уже научился сидеть тихо. Если делаешь неожиданное движение, на тебя кричит телекран. А голод донимал все злее. Больше всего ему хотелось хлеба. Он предполагал, что в кармане комбинезона завалялись крошки, или даже, что еще там могло щекотать ногу, кусок корки. В конце концов, искушение пересилило страх, он сунул руку в карман. «Смит!» — гаркнуло из телекрана. 60! 79! Смит У! Руки из кармана в камере!» Он опять застыл, сложив руки на колени. Перед тем, как попасть сюда, он побывал в другом месте, не то в обыкновенной тюрьме, не то в камере предварительного заключения у патрульных. Он не знал, долго ли там пробыл, во всяком случае не один час. Без окна и без часов о времени трудно судить. Место было шумное, вонючее, его поместили в камеру вроде этой, но отвратительно грязную, и теснилось в ней не меньше 10-15 человек, в большинстве обыкновенные уголовники, но были и политические. Он молча сидел у стены, стиснутый грязными телами, от страха и боли в животе почти не обращал внимания на сокамерников, и тем не менее удивился, до чего по-разному ведут себя партийцы и остальные. Партийцы были молчаливы и напуганы, а уголовники, казалось, не боятся никого. Они выкрикивали оскорбления надзирателям, яростно сопротивлялись, когда у них отбирали пожитки, писали на полу непристойности, ели пищу, пронесенную контрабандой и спрятанную в непонятных местах под одеждой, и даже огрызались на телекраны, призывавшие к порядку. С другой стороны, некоторые из них как будто были на дружеской ноге с надзирателями, звали их по кличкам и через глазок клянчили у них сигареты. Надзиратели относились к уголовникам снисходительно, даже когда приходилось применять к ним силу. Много было разговоров о каторжных лагерях, куда предстояло отправиться большинству арестованных. «В лагерях нормально», — понял Уинстон, — «если знаешь, что к чему, и имеешь связи. Там подкуп, блат и всяческое вымогательство. Там пидорастия и проституция, и даже самогон из картошки. На должностях только уголовники, особенно бандиты и убийцы. Это аристократия. Самая черная работа достается политическим». Через камеру непрерывно текли самые разные арестанты — торговцы наркотиками, воры, бандиты, спекулянты, пьяницы, проститутки. Пьяницы иногда буянили так, что остальным приходилось усмирять их сообща. Четверо надзирателей втащили, растянув за 4 конечности, громадную растерзанную бабищу лет 60,
с большой вислой грудью. Она кричала, дрыгала ногами, и седые волосы, ее собранные в узел, рассыпались от возни. Она все время норовила пнуть надзирателей, и, сорвав с нее ботинки, они свалили ее Уинстону на колени, так что чуть не сломали ему ноги. Женщина села и крикнула им вдогонку: «Зотцы!» Потом, почувствовав, что сидеть неудобно, сползла с его колен на скамью. «Извини, голубок», — сказала она, — «я не сама на тебя села, паразиты посадили. Видал, что с женщиной творят?» Она замолчала, похлопала себя по груди и рыгнула: «Извиняюсь, сама не своя». Она наклонилась, и ее обильно вырвало на пол. «Все полегче», — сказала она с закрытыми глазами, откинувшись к стене. «Я так говорю, никогда в себе не задерживай, выпускай, чтобы в животе не закисло». Она слегка ожила, повернулась, еще раз взглянула на Уинстона и моментально к нему расположилась. Толстой ручищей она обняла его за плечи и притянула к себе, дыша в лицо пивом и рвотой. «Звать-то тебя как, голубок?» «Смит», — сказал Уинстон. «Смит, смотри ты, и я Смит». И, расчувствовавшись, добавила: «Я тебе матерью могла быть». «Могла быть и матерью», — подумал Уинстон, — «и по возрасту, и по телосложению. За 20 лет в лагере человек, надо полагать, меняется». Больше никто с ним не заговаривал. Удивительно было, насколько уголовники игнорируют партийных. Называли они их с нескрываемым презрением «политики». Арестованные партийцы вообще боялись разговаривать, а друг с другом в особенности. Только раз, когда двух партийных женщин притиснули друг к дружке на скамье, он услышал в общем гомоне обрывки их торопливого шепота, в частности, о какой-то комнате 101, что-то совершенно непонятное. В новой камере он сидел, наверное, уже 2 часа, а то и 3. Тупая боль в животе не проходила, но временами ослабевала, а временами усиливалась. Соответственно, мысли его то распространялись, то съеживались. Когда боль усиливалась, он думал только о ней и о том, что хочется есть. Когда она отступала, его охватывала паника. Иной раз предстоящее рисовалось ему так ясно, что дух занимался, и сердце неслось вскачь. Он ощущал удары дубинки по локтю и подкованных сапог по щиколоткам, видел, как ползает по полу и, выплевывая зубы, кричит «не надо». О Джулии он почти не думал, не мог на ней сосредоточиться. Он любил ее, и он ее не предаст. Но это был просто факт, известный, как известно, правило арифметики. Любви он не чувствовал и даже не особенно думал о том, что сейчас происходит с Джулией. О Брайана он вспоминал чаще и с проблесками надежды. О Брайан должен знать, что его арестовали. «Братство», — сказал он, — «никогда не пытается выручить своих, но бритвенное лезвие, если удастся, они передадут ему бритву». Пока надзиратели прибегут в камеру, пройдет 5 секунд. Лезвие вопьется обжигающим холодом, и даже пальцы, сжавшие его, будто прорезаны до кости. Все это он ощущал явственно, а измученное тело и так дрожало и сжималось от малейшей боли. Уинстон не был уверен, что воспользуется бритвой, даже если получит ее в руки, ведь человеку свойственнее жить мгновением. Он согласен продлить жизнь хоть на 10 минут, даже зная наверняка, что в конце его ждет пытка. Несколько раз он пытался сосчитать изразцы на стенах камеры. Казалось бы, простое дело, но всякий раз он сбивался со счета. Чаще он думал о том, куда его посадили и какое сейчас время суток. Минуту назад он был уверен, что на улице день в разгаре, а сейчас так же твердо, что за стенами тюрьмы глухая ночь. Инстинкт подсказывал, что в таком месте свет вообще не выключают. Место, где нет темноты, теперь ему стало ясно, почему О'Брайен как будто сразу понял эти слова. В министерстве любви не было окон. Камера его, может быть,
и в середке здания, и у внешней стены. Может быть, под землей на 10-м этаже, а может, на 30-м над землей. Он мысленно двигался с места на место. Не подскажет ли тело, где он, высоко над улицей или погребен в недрах? Снаружи послышался мерный топот. Стальная дверь с лязгом распахнулась. Браво вошел молодой офицер в ладном черном мундире, весь сияющий кожей, с бледным правильным лицом, похожим на восковую маску. Он знаком приказал надзирателям за дверью ввести арестованного. Спотыкаясь, вошел поэт Амплфорд. Дверь с лязгом захлопнулась. Поэт неуверенно ткнулся в одну сторону и в другую, словно думая, что где-то будет еще одна дверь, выход, а потом стал ходить взад и вперед по камере. Уинстона он еще не заметил. Встревоженный взгляд его скользил по стене на метр выше головы Уинстона. Амплфорд был разут. Из дыр в носках выглядывали крупные грязные пальцы. Он несколько дней не брился, лицо до скул заросло щетиной, приобрело разбойничий вид, не вязавшийся с его большой расхлябанной фигурой и нервностью движений. Уинстон старался стряхнуть оцепенение. Он должен поговорить с Амплфортом, даже если за этим последует окрик из телекрана. Не исключено, что с Амплфортом прислали бритву. «Амплфорд», — сказал он. Телекран молчал. Амплфорд, слегка опешив, остановился. Взгляд его медленно сфокусировался на Уинстоне. «А, Смит», — сказал он, — «и вы тут? За что вас?» «По правде говоря...» Он неуклюже опустился на скамью напротив Уинстона. «Ведь есть только одно преступление, и вы его совершили?» «Очевидно, да». Он поднес руку ко лбу и сжал пальцами виски, словно что-то припоминая. «Такое случается», — неуверенно начал он. «Я могу припомнить одно обстоятельство, возможное обстоятельство. Неосторожность с моей стороны, это несомненно. Мы готовили каноническое издание стихов Киплинга. Я оставил в конце строки слово «молитва». Ничего не мог сделать», — добавил он почти с негодованием и поднял глаза на Уинстона. «Невозможно было изменить строку. Рифмовалось с битвой. Вам известно, что с битвой рифмуются всего три слова. Ломал голову несколько дней, не было другой рифмы». Выражение его лица изменилось, досада ушла, и сейчас вид у него был чуть ли недовольный. Сквозь грязь и щетину проглянул энтузиазм, радость педанта, откопавшего какой-то бесполезный фактик. «Вам когда-нибудь приходило в голову, что все развитие нашей поэзии определялось бедностью рифм в языке?» Нет, эта мысль Уинстону никогда не приходила в голову, и в нынешних обстоятельствах она тоже не показалась ему особенно интересной и важной. «Вы не знаете, который час?» — спросил он. Амплфорд опять опешил. «Я об этом как-то не задумывался. Меня арестовали дня два назад или три». Он окинул взглядом стены, словно все-таки надеялся увидеть окно. «Тут день от ночи не отличишь. Не понимаю, как тут можно определить время?» Они поговорили бессвязно еще несколько минут, а потом без всякой видимой причины телекран рявкнул на них замолчать. Уинстон затих, сложив руки на колени. Большому Амплфорту было неудобно на узкой скамье. Он ерзал, сдвигался влево, вправо, обхватывал худыми руками то одно колено, то другое. Телекран снова рявкнул: «Сидеть тихо». Время шло. 20 минут, час. Понять было трудно. Снаружи опять затопали башмаки. Уинстона схватило живот. Скоро, очень скоро, может быть, через 5 минут, затопают так же, и это будет значить, что настал его черед. Открылась дверь. Офицер с безучастным лицом вошел в камеру. Легким движением руки он показал на Амплфорда. «В комнату 101», — произнес он.
Амплфорд в смутной тревоге и недоумении неуклюже вышел с двумя надзирателями. Прошло как будто много времени. Уинстона донимала боль в животе. Мысли снова и снова ползли по одним и тем же предметам, как шарик, все время застревающий в одних и тех же лунках. Мыслей у него было шесть. Болит живот, кусок хлеба, кровь и вопли, О'Брайен, Джулия, бритва. Живот опять схватило, тяжелый топот башмаков приближался, дверь распахнулась, и Уинстона обдало запахом старого пота. В камеру вошел Парсонс. Он был в шортах защитного цвета и в майке. От изумления Уинстон забыл обо всем. «Вы здесь?» — сказал он. Парсонс бросил на Уинстона взгляд, в котором не было ни интереса, ни удивления, а только пришибленность. Он нервно заходил по камере, по-видимому, не мог сидеть спокойно. Заметно было, как дрожат его пухлые колени, широко раскрытые глаза неподвижно смотрели вперед, словно не могли оторваться от какого-то предмета вдалеке. «За что вас арестовали?» — спросил Уинстон. «Мысли преступления», — сказал Парсонс, чуть не плача. В голосе его слышалось и полное признание вины, и смешанный с изумлением ужас. Неужели это слово относится к нему? Он встал напротив Уинстона и страстно, умоляюще начал. «Ведь меня не расстреляют, скажите, Смит. У нас же не расстреливают, если ты ничего не сделал, только за мысли. А мыслям ведь не прикажешь. Я знаю, там разберутся, выслушают, в это я твердо верю. Там же знают, как я старался. Вы-то знаете, что я за человек. Неплохой по-своему. Ума, конечно, небольшого, но увлеченный. Сил для партии не жалел, правда ведь? Как думаете, 5 годами отделаюсь? Ну, пускай 10. Такой, как я, может принести пользу в лагере. За то, что один раз споткнулся, ведь не расстреляют». «Вы виноваты?» — спросил Уинстон. «Конечно, виноват!» — вскричал Парсонс, подобострастно взглянув на телекран. «Неужели же партия арестует невиноватого? Как по-вашему?» Его лягушечье лицо стало чуть спокойней, и на нем даже появилось ханжеское выражение. «Мысли преступления — это жуткая штука!» «Смит!» — нравоучительно произнес он. «Коварная!» Нападает так, что не заметишь. Знаете, как на меня напало? Во сне. Верно вам говорю. Работал вовсю, вносил свою лепту и даже не знал, что в голове у меня есть какая-то дрянь. А потом стал во сне разговаривать. Знаете, что от меня услышали? Он понизил голос, как человек, вынужденный по медицинским соображениям произнести непристойность. «Долой старшего брата! Вот что я говорил, и, кажется, много раз. Между нами я рад, что меня забрали, пока это дальше не зашло. Знаете, что я скажу, когда меня поставят перед трибуналом? Я скажу спасибо вам, спасибо, что спасли меня вовремя!» «Кто о вас сообщил?» — спросил Уинстон. «Дочурка?» Со скорбной гордостью ответил Парсонс. «Подслушивала в замочную скважину, услышала, что я говорю, и на другой же день шасть к патрулям. Недурно для 7-летней пигалицы, а? Я на нее не в обиде, наоборот, горжусь. Это показывает, что я воспитал ее в правильном духе». Он несколько раз судорожно присел, с тоской поглядывая на ведро для экскрементов. И вдруг... сдернул шорты. «Прошу прощения, старина, не могу больше. Это от волнения». Он плюхнулся пышными ягодицами на ведро. Уинстон закрыл лицо ладонями. «Смит!» — рявкнул телекран. «60-79. Смит У! Откройте лицо! В камере лицо не закрывать!» Уинстон опустил руки. Парсонс обильно и шумно опростался в ведро. Потом выяснилось, что крышка подогнана плохо. И еще несколько часов в камере стояла ужасная вонь. Парсонса забрали.
Таинственно появлялись и исчезали все новые арестанты. Уинстон заметил, как одна женщина, направленная в комнату 101, съежилась и побледнела, услышав эти слова. Если его привели сюда утром, то сейчас уже была, наверное, вторая половина дня, а если привели днем, то полночь. В камере осталось 6 арестованных мужчин и женщин. Все сидели очень тихо. Напротив Уинстона находился человек с длинными зубами и почти без подбородка, похожий на какого-то большого безобидного грызуна. Его толстые крапчатые щеки оттопыривались снизу, и очень трудно было отделаться от ощущения, что у него там спрятана еда. Его светло-серые глаза пугливо перебегали с одного лица на другое, а, встретив чей-то взгляд, тут же устремлялись прочь. Открылась дверь, и ввели нового арестанта, при виде которого Уинстон похолодел. Это был обыкновенный, неприятный человек, какой-нибудь инженер или техник. Поразительной была изможденность его лица. Оно напоминало череп. Из-за худобы рот и глаза казались непропорционально большими, а в глазах будто застыла смертельная неукротимая ненависть к кому-то или чему-то. Новый сел на скамью неподалеку от Уинстона. Уинстон больше не смотрел на него, но измученное лицо череп так и стояло перед глазами. Он вдруг сообразил, в чем дело. Человек умирал от голода. Эта мысль, по-видимому, пришла в голову всем обитателям камеры почти одновременно. На всей скамье произошло легкое движение. Человек без подбородка то и дело поглядывал на лицо череп, виновато отводил взгляд и снова смотрел, как будто это лицо притягивало его неудержимо. Он начал ерзать. Наконец встал, в перевалку подошел к скамье напротив, залез в карман комбинезона и смущенно протянул человеку черепу грязный кусок хлеба. Телекран загремел яростно-оглушительно. Человек без подбородка вздрогнул всем телом. Человек-череп отдернул руки и спрятал за спину, как бы показывая всему свету, что не принял дар. «Бамстед!» — прогремело из телекрана. «27-31! Бамстед Д! Бросьте хлеб!» Человек без подбородка уронил хлеб на пол. «Стоять на месте! Лицом к двери! Не двигаться!» Человек без подбородка подчинился. Его одутловатые щеки заметно дрожали. С лязгом распахнулась дверь. Молодой офицер вошел и отступил в сторону, а из-за его спины появился коренастый надзиратель с могучими руками и плечами. Он встал против арестованного и по знаку офицера нанес ему сокрушительный удар в зубы, вложил в этот удар весь свой вес. Арестованного будто подбросило в воздух. Он отлетел к противоположной стене и свалился у ведра. Он лежал там оглушенный, а изо рта и носа у него текла темная кровь. Потом он стал не то повизгивать, не то хныкать, как бы еще в беспамятстве. Потом перевернулся на живот и неуверенно встал на четвереньки. Изо рта со слюной и кровью вывалились две половинки зубного протеза. Арестованные сидели очень тихо, сложив руки на коленях. Человек без подбородка забрался на свое место. Одна сторона лица у него уже темнела. Рот распух, превратившись в бесформенную вишневого цвета массу с черной дырой посредине. Время от времени на грудь его комбинезона падала капля крови. Его серые глаза опять перебегали с лица на лицо, только еще более виновато, словно он пытался понять, насколько презирают его остальные за это унижение. Дверь открылась. Легким движением руки офицер показал на человека череп. «В комнату 101!» — распорядился он. Рядом с Уинстоном послышался шумный вздох и возня. Арестант упал на колени, умоляюще сложив ладони перед грудью. «Товарищ офицер!» — заголосил он. — Не отправляйте меня туда. Разве я не все вам рассказал?
«Что еще вы хотите узнать? Я во всем признаюсь. Что вам надо? Во всем. Только скажите, в чем, и я сразу признаюсь. Напишите, я подпишу что угодно, только не в комнату 101». «В комнату 101», — сказал офицер. Лицо арестанта, и без того бледное, окрасилось в такой цвет, который Уинстону до сих пор представлялся невозможным. Оно приобрело отчетливый зеленый оттенок. «Делайте со мной что угодно», — вопил он. «Вы неделями морили меня голодом. Доведите дело до конца, дайте умереть. Расстреляйте меня, повесьте, посадите на 25 лет. Кого еще я должен выдать? Только назовите, я скажу все, что вам надо. Мне все равно, кто он и что вы с ним сделаете. У меня жена и трое детей, старшему 6 не исполнилось. Заберите их всех. Перережьте им глотки у меня на глазах, я буду стоять и смотреть, только не в комнату 101». «В комнату 101», — сказал офицер. Безумным взглядом человек окинул остальных арестантов, словно задумав подсунуть вместо себя другую жертву. Глаза его остановились на разбитом лице без подбородка. Он вскинул исхудалую руку. «Вам не меня, а вот кого надо взять!» — крикнул он. «Вы не слышали, что он говорил, когда ему разбили лицо? Я все вам перескажу слово в слово, разрешите? Это он против партии, а не я!» К нему шагнул надзиратель. Его голос взвился до визга. «Вы его не слышали? Телекран не сработал! Вот кто вам нужен! Его берите, не меня!» Два дюжих надзирателя нагнулись, чтобы взять его под руки, но в эту секунду он бросился на пол и вцепился в железную ножку скамьи. Он завыл, как животное, без слов. Надзиратели схватили его, хотели оторвать от ножки, но он цеплялся за нее с поразительной силой. Они пытались оторвать его 20 секунд. Арестованные сидели тихо, сложив руки на коленях, и глядели прямо перед собой. Вой смолк. Сил у человека осталось только на то, чтобы цепляться. Потом раздался совсем другой крик. Ударом башмака надзиратель сломал ему пальцы. Потом вдвоем они подняли его на ноги. «В комнату 101», — сказал офицер. Арестованного вывели. Он больше не противился и шел еле-еле, повесив голову и поддерживая изувеченную руку. Прошло много времени. Если человека с лицом черепом увели ночью, то сейчас было утро. Если увели утром, значит, приближался вечер. Уинстон был один уже несколько часов, был один. От сидения на узкой скамье иногда начиналась такая боль, что он вставал и ходил по камере, и телекран не кричал на него. Кусок хлеба до сих пор лежал там, где его уронил человек без подбородка. Вначале было очень трудно не смотреть на хлеб, но в конце концов голод оттеснила жажда. Во рту было липко и противно. Из-за гудения и ровного белого света он чувствовал дурноту и какую-то пустоту в голове. Он вставал, когда боль в костях от неудобной лавки становилась невыносимой, и почти сразу снова садился, потому что кружилась голова, и он боялся упасть. Стоило ему более или менее отвлечься от чисто физических неприятностей, как возвращался ужас. Иногда со слабеющей надеждой он думал о бритве и о Брайане. Он допускал мысль, что бритву могут передать в еде, если ему вообще дадут есть. О Джулии он думал более смутно. Так или иначе, она страдает, и, может быть, больше его. Может быть, в эту секунду она кричит от боли. Он подумал, если бы я мог спасти Джулию, удвоив собственные мучения, согласился бы я на это? Да, согласился бы. Но решение это было чисто умственное и принято потому, что он считал нужным его принять. Он его не чувствовал. В таком месте чувств не остается, есть только боль и предчувствие боли. Да и возможно ли, испытывая боль, желать по какой бы то ни было причине, чтобы она усилилась?
но на этот вопрос он пока не мог ответить. Снова послышались шаги, дверь открылась, вошел О'Брайен. Уинстон вскочил на ноги. Он был настолько поражен, что забыл всякую осторожность. Впервые за много лет он не подумал о том, что рядом телекран. «И вы у них?» — закричал он. «Я давно у них», — ответил О'Брайен с мягкой иронией, почти с сожалением. Он отступил в сторону. Из-за его спины появился широкоплечий надзиратель с длинной черной дубинкой в руке. «Вы знали это, Уинстон», — сказал О'Брайен, — «не обманывайте себя. Вы знали это, всегда знали». Да, теперь он понял, он всегда это знал. Но сейчас об этом некогда было думать. Сейчас он видел только одно — дубинку в руке надзирателя. Она может обрушиться куда угодно — на макушку, на ухо, на плечо, на локоть. По локтю. Почти парализованный болью Уинстон повалился на колени, схватившись за локоть. Все вспыхнуло желтым светом. Немыслимо, немыслимо, чтобы один удар мог причинить такую боль. Желтый свет ушел, и он увидел, что двое смотрят на него сверху. Охранник смеялся над его корчами. Одно, по крайней мере, стало ясно. Ни за что, ни за что на свете ты не захочешь, чтобы усилилась боль. От боли хочешь только одного, чтобы она кончилась. Нет ничего хуже в жизни, чем физическая боль. Перед лицом боли нет героев. Нет героев, снова и снова повторял он про себя и корчился на полу, держась за отбитый левый локоть. Глава вторая. Он лежал на чем-то вроде парусиновой койки, только она была высокая и устроена как-то так, что он не мог пошевелиться. В лицо ему бил свет, более сильный, чем обычно. Рядом стоял О'Брайен и пристально смотрел на него сверху. По другую сторону стоял человек в белом, и держал шприц. Хотя глаза у него были открыты, он не сразу стал понимать, где находится. Еще сохранялось впечатление, что он вплыл в эту комнату из совсем другого мира, какого-то подводного мира, расположенного далеко внизу. Долго ли он там пробыл, он не знал. С тех пор, как его арестовали, не существовало ни дневного света, ни тьмы. Кроме того, его воспоминания не были непрерывными. Иногда сознание, даже такое, какое бывает во сне, выключалось полностью, а потом возникало снова после пустого перерыва. Но длились эти перерывы днями, неделями или только секундами, понять было невозможно. С того первого удара по локтю начался кошмар. Как он позже понял, все, что с ним происходило, было лишь подготовкой, обычным допросом, которому подвергаются почти все арестованные. Каждый должен был признаться в длинном списке преступлений, в шпионаже, вредительстве и прочем. Признание было формальностью, но пытки настоящими. Сколько раз его били и подолгу ли, он не мог вспомнить. Каждый раз им занимались человек 5 или 6 в черной форме, били кулаками, били дубинками, били стальными прутьями, били ногами. Бывало так, что он катался по полу бесстыдно, как животное, извивался ужом, тщетно пытаясь уклониться от пинков, и только вызывал этим все новые пинки в ребра, в живот, по локтям, по лодыжкам, в пах, в мошонку, в крестец. Бывало так, что это длилось и длилось без конца, и самым жестоким, страшным, непростительным казалось ему не то, что его продолжают бить, а то, что он не может потерять сознание. Бывало так, что мужество совсем покидало его. Он начинал молить о пощаде еще до побоев
и при одном только виде поднятого кулака каялся во всех грехах, подлинных и вымышленных. Бывало так, что начинал он с твердым решением ничего не признавать, и каждое слово вытягивали из него вместе со стонами боли. Бывало и так, что он малодушно заключал с собой компромисс, говорил себе: «Я признаюсь, но не сразу. Буду держаться, пока боль не станет невыносимой. Еще три удара, еще два, и я скажу все, что им надо». Иногда его избивали так, что он едва стоял, потом бросали, как мешок картошки, на пол камеры, и, дав несколько часов передышки, чтобы он опомнился, снова уводили бить. Случались и более долгие перерывы. Их он помнил смутно, потому что почти все время спал или пребывал в оцепенении. Он помнил камеру с дощатой лежанкой, прибитой к стене, и тонкой железной раковиной. Помнил еду, горячий суп с хлебом, иногда кофе. Помнил, как угрюмый парикмахер скоблил ему подбородок и стриг волосы, как деловитые и безразличные люди в белом считали у него пульс, проверяли рефлексы, отворачивали веки, щупали жесткими пальцами, не сломана ли где кость, кололи в руку снотворное. Бить стали реже. Битьем больше угрожали. Если будет плохо отвечать, этот ужас в любую минуту может возобновиться. Допрашивали его теперь не хулиганы в черных мундирах, а следователи-партийцы, мелкие круглые мужчины с быстрыми движениями в поблескивающих очках. Они работали с ним, сменяя друг друга иногда по 10-12 часов подряд, так ему казалось, точно он не знал. Эти новые исследователи старались, чтобы он все время испытывал небольшую боль, но не боль была их главным инструментом. Они били его по щекам, крутили уши, дергали за волосы, заставляли стоять на одной ноге, не отпускали помочиться, держали под ярким светом, так что у него слезились глаза. Однако делалось это лишь для того, чтобы унизить его и лишить способности спорить и рассуждать. Подлинным их оружием был безжалостный многочасовой допрос. Они путали его, ставили ему ловушки, перевирали все, что он сказал, на каждом шагу доказывали, что он лжет и сам себе противоречит, покуда он не начинал плакать и от стыда, и от нервного истощения. Случалось, он плакал по 5-6 раз на протяжении одного допроса. Чаще всего они грубо кричали на него, и при малейшей заминке угрожали снова отдать охранникам. Но иногда вдруг меняли тон, называли его товарищем, заклинали именем Ангсоца и старшего брата и огорченно спрашивали, неужели и сейчас в нем не заговорила преданность партии, и он не хочет исправить весь причиненный им вред. Нервы, истрепанные многочасовым допросом, не выдерживали, и он мог расплакаться даже от такого призыва. В конце концов, сварливые голоса сломали его еще хуже, чем кулаки и ноги охранников. От него остались только рот и рука, говоривший и подписывавшая все, что требовалось. Лишь одно его занимало — уяснить, какого признания от него хотят, и скорее признаться, пока снова не начали изводить. Он признался в убийстве видных деятелей партии, в распространении подрывных брошюр, в присвоении общественных фондов, в продаже военных тайн и всякого рода вредительстве. Он признался, что стал платным шпионом Ост-Азии еще в 1968 году. Признался в том, что он верующий, что он сторонник капитализма, что он извращенец. Признался, что убил жену, хотя она была жива, и следователям это наверняка было известно. Признался, что много лет лично связан с Голдстейном и состоит в подпольной организации, включающей почти всех людей, с которыми он знаком. Легче было во всем признаться и всех припутать. Кроме того, в каком-то смысле это было правдой. Он правда был врагом партии, а в глазах партии нет разницы между деянием и мыслью.
сохранились воспоминания и другого рода, между собой не связанные, картинки, окруженные чернотой. Он был в камере, светлой или темной неизвестно, потому что он не видел ничего, кроме пары глаз. Рядом медленно и мерно тикал какой-то прибор, глаза росли и светились все сильнее. Вдруг он взлетел со своего места, нырнул в глаза, и они его поглотили. Он был пристегнут к креслу под ослепительным светом и окружен шкалами приборов. Человек в белом следил за шкалами. Снаружи раздался топот тяжелых башмаков. Дверь распахнулась с лязгом. В сопровождении двух охранников вошел офицер с восковым лицом. «В комнату 101», — сказал офицер. Человек в белом не оглянулся. На Уинстона тоже не посмотрел. Он смотрел только на шкалы. Он катился по гигантскому в километр шириной коридору, залитому чудесным золотым светом, громко хохотал и во все горло выкрикивал признание. Он признавался во всем, даже в том, что сумел скрыть под пытками. Он рассказывал всю свою жизнь публике, которая и так все знала. С ним были охранники, следователи, люди в белом, О'Брайен, Джулия, мистер Чаррингтон. Все валили по коридору толпой и громко хохотали. Что-то ужасное, поджидавшее его в будущем, ему удалось проскочить, и оно не сбылось. Все было хорошо, не стало боли, каждая подробность его жизни обнажилась, объяснилась, была прощена. Вздрогнув, он привстал с дощатой лежанки, в полной уверенности, что слышал голос О'Брайена. О'Брайен ни разу не появился на допросах, но все время было ощущение, что он тут, за спиной, просто его не видно. Это он всем руководит. Он напускает на Уинстона охранников, и он им не позволяет его убить. Он решает, когда Уинстон должен закричать от боли, когда ему дать передышку, когда его накормить, когда ему спать, когда вколоть ему в руку наркотик. Он задавал вопросы и предлагал ответы. Он был мучитель, он был защитник, он был инквизитор, он был друг. А однажды, Уинстон не помнил, было это в наркотическом сне или просто во сне, или даже наяву, голос прошептал ему на ухо: «Не волнуйтесь, Уинстон, вы на моем попечении, 7 лет я наблюдал за вами, настал переломный час, я спасу вас, я сделаю вас совершенным». Он не был уверен, что голос принадлежит О'Брайену, но именно этот голос сказал ему 7 лет назад в другом сне: «Мы встретимся там, где нет темноты». Он не помнил, был ли конец допросу. Наступила чернота, а потом из нее постепенно материализовалась камера или комната, где он лежал. Лежал он навзничь и не мог пошевелиться. Тело его было закреплено в нескольких местах, даже затылок как-то прихватили. О'Брайен смотрел на него сверху серьезно и не без сожаления. Лицо его с опухшими подглазьями и резкими носогубными складками казалось снизу грубым и утомленным. Он выглядел старше, чем Уинстону помнилось. Ему было, наверное, лет 48 или 50. Рука его лежала на рычаге с круговой шкалой, размеченной цифрами. «Я сказал вам, — обратился он к Уинстону, — что если мы встретимся, то здесь». «Да», — ответил Уинстон. Без всякого предупредительного сигнала, если не считать легкого движения руки О'Брайена, в тело его хлынула боль, боль устрашающая. Он не видел, что с ним творится. И у него было чувство, что ему причиняют смертельную травму.
Он не понимал, на самом ли деле это происходит, или ощущения вызваны электричеством, но тело его безобразно скручивалось, и суставы медленно разрывались. От боли на лбу у него выступил пот, но хуже боли был страх, что хребет у него вот-вот переломится. Он стиснул зубы и тяжело дышал через нос, решив не кричать, пока можно. «Вы боитесь?» — сказал О'Брайен, наблюдая за его лицом, — что сейчас у вас что-нибудь лопнет. И особенно боитесь, что лопнет хребет. Вы ясно видите картину, как отрываются один от другого позвонки, и из них каплет спинномозговая жидкость. Вы ведь об этом думаете, Уинстон? Уинстон не ответил. О'Брайен отвел рычаг назад. Боль схлынула почти так же быстро, как началась. «Это было 40», — сказал О'Брайен. «Видите, шкала проградуирована до 100. В ходе нашей беседы помните, пожалуйста, что я имею возможность причинить вам боль, когда мне угодно и какую угодно. Если будете лгать или уклоняться от ответа, или просто окажетесь глупее, чем позволяют ваши умственные способности, вы закричите от боли немедленно. Вы меня поняли?» «Да», — сказал Уинстон. О'Брайен несколько смягчился. Он задумчиво поправил очки и прошелся по комнате. Теперь его голос звучал мягко и терпеливым. Он стал похож на врача или даже священника, который стремится убеждать и объяснять, а не наказывать. «Я трачу на вас время, Уинстон», — сказал он, — «потому что вы этого стоите. Вы отлично сознаете, в чем ваше несчастье. Вы давно о нем знаете, но сколько уже лет не желаете себе в этом признаться. Вы психически ненормальны. Вы страдаете расстройством памяти. Вы не в состоянии вспомнить подлинные события и убедили себя, что помните то, чего никогда не было. К счастью, это излечимо. Вы себя не пожелали излечить. Достаточно было небольшого усилия воли, но вы его не сделали. Даже теперь, я вижу, вы цепляетесь за свою болезнь, полагая, что это доблесть. Возьмем такой пример. С какой страной воюет сейчас Океания?» «Когда меня арестовали, Океания воевала с Остазией». «С Остазией, хорошо. Океания всегда воевала с Остазией, верно?» Уинстон глубоко вздохнул. Он открыл рот, чтобы ответить, и не ответил. Он не мог отвести глаза от шкалы. «Будьте добры, правду, Уинстон, вашу правду. Скажите, что вы, по вашему мнению, помните?» «Я помню, что всего за неделю до моего ареста мы вовсе не воевали с Остазией, мы были с ней в союзе. Война шла с Евразией. Она длилась 4 года до этого...» О'Брайен остановил его жестом. «Другой пример», — сказал он. «Несколько лет назад вы впали в очень серьезное заблуждение. Вы решили, что 3 человека, 3 бывших члена партии, Джонс, Аронсон и Резерфорд, казненные за вредительство и измену после того, как они полностью во всем сознались, не повинны в том, за что их судили. Вы решили, будто видели документ, безусловно доказывавший, что их признания были ложью. Вам привиделась некая фотография. Вы решили, что держали ее в руках. Фотография в таком роде». В руке у О'Брайена появилась газетная вырезка. 5 секунд она находилась перед глазами Уинстона. Это была фотография. И не приходилось сомневаться, какая именно та самая. Джонс, Аронсон и Резерфорд на партийных торжествах в Нью-Йорке. Тот снимок, который он случайно получил 11 лет назад и сразу уничтожил. Одно мгновение он был перед глазами Уинстона, а потом его не стало.
Но он видел снимок, несомненно, видел. Отчаянным, мучительным усилием Уинстон попытался оторвать спину от койки, но не мог сдвинуться ни на сантиметр, ни в какую сторону. На миг он даже забыл о шкале. Сейчас он хотел одного — снова подержать фотографию в руке, хотя бы разглядеть ее. «Она существует!» — крикнул он. «Нет», — сказал О'Брайен. Он отошел. В стене напротив было гнездо памяти. О'Брайен поднял проволочное забрало. Невидимый легкий клочок бумаги уносился прочь с потоком теплого воздуха. Он исчезал в ярком пламени. О'Брайен отвернулся от стены. «Пепел», — сказал он. «Да и пепла не разглядишь, прах. Фотографии не существует, никогда не существовало». «Но она существовала, существует. Она существует в памяти. Я ее помню, вы ее помните». «Я ее не помню», — сказал О'Брайен. Уинстон ощутил пустоту в груди. Это двоемыслие. Им овладело чувство смертельной беспомощности. Если бы он был уверен, что О'Брайен солгал, это не казалось бы таким важным. Но очень может быть, что О'Брайен в самом деле забыл фотографию. А если так, то он уже забыл и то, как отрицал, что ее помнит, и что это забыл, тоже забыл. Можно ли быть уверенным, что это просто фокусы? А вдруг такой безумный вывих в мозгах на самом деле происходит? Вот что приводило Уинстона в отчаяние. О'Брайен задумчиво смотрел на него. Больше, чем когда-либо, он напоминал сейчас учителя, бьющегося с непослушным, но способным учеником. «Есть партийный лозунг относительно управления прошлым», — сказал он. «Будьте любезны, повторите его». «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим. Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым», — послушно произнес Уинстон. «Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым», — одобрительно кивнув, повторил О'Брайен. «Так вы считаете, Уинстон, что прошлое существует в действительности?» Уинстон снова почувствовал себя беспомощным. Он скосил глаза на шкалу. Мало того, что он не знал, какой ответ «нет» или «да» избавит его от боли, он не знал уже, какой ответ сам считает правильным. О'Брайен слегка улыбнулся. «Вы плохой метафизик, Уинстон. До сих пор вы ни разу не задумывались, что значит существовать. Сформулирую яснее. Существует ли прошлое конкретно в пространстве? Есть ли где-нибудь такое место, такой мир физических объектов, где прошлое все еще происходит?» «Нет». «Тогда где оно существует, если оно существует?» «В документах. Оно записано в документах и...» «В уме? В воспоминаниях человека?» «В памяти очень хорошо. Мы, партия, контролируем все документы и управляем воспоминаниями. Значит, мы управляем прошлым, верно?» «Но как вы помешаете людям вспоминать?» — закричал Уинстон, опять забыв про шкалу. «Это же происходит помимо воли. Это от тебя не зависит. Как вы можете управлять памятью? Моей же вы не управляете?» О'Брайен снова посуровил. Он опустил руку на рычаг. «Напротив», — сказал он. «Это вы ею не управляете, поэтому вы здесь. Вы здесь потому, что не нашли в себе смирения и самодисциплины. Вы не захотели подчиниться, а за это платят душевным здоровьем. Вы предпочли быть безумцем, остаться в меньшинстве, в единственном числе.
Только дисциплинированное сознание видит действительность, Уинстон. Действительность вам представляется чем-то объективным, внешним, существующим независимо от вас. Характер действительности представляется вам самоочевидным. Когда, обманывая себя, вы думаете, будто что-то видите, вам кажется, что все остальные видят то же самое. Но говорю вам, Уинстон, действительность не есть нечто внешнее. Действительность существует в человеческом сознании и больше нигде. Не в индивидуальном сознании, которое может ошибаться. И в любом случае приходящее, только в сознании партии, коллективном и бессмертном. То, что партия считает правдой, и есть правда. Невозможно видеть действительность иначе, как глядя на нее глазами партии. И этому вам вновь предстоит научиться, Уинстон. Для этого требуется акт самоуничтожения, усилие воли. Вы должны смирить себя, прежде чем станете психически здоровым. Он умолк, как бы выжидая, когда Уинстон усвоит его слова. «Вы помните, — снова заговорил он, — как написали в дневнике, свобода — это возможность сказать, что дважды два — четыре?» «Да». О'Брайен поднял левую руку тыльной стороной к Уинстону, спрятав большой палец и растопырив четыре. «Сколько я показываю пальцев, Уинстон?» «Четыре». «А если партия говорит, что их не четыре, а пять, тогда сколько?» «Четыре». На последнем слоге он охнул от боли. Стрелка на шкале подскочила к 55. Все тело Уинстона покрылось потом. Воздух врывался в его легкие и выходил обратно с тяжелыми стонами. Уинстон стиснул зубы, но все равно не мог их сдержать. О'Брайен наблюдал за ним, показывая четыре пальца. Он отвел рычаг. На этот раз боль лишь слегка утихла. «Сколько пальцев, Уинстон?» «Четыре». Стрелка дошла до 60. «Сколько пальцев, Уинстон?» «Четыре! Четыре! Что еще я могу сказать? Четыре!» Стрелка, наверное, опять поползла, но Уинстон не смотрел. Он видел только тяжелое, суровое лицо и четыре пальца. Пальцы стояли перед его глазами, как колонны, громадные. Они расплывались и будто дрожали, но их было только четыре. «Сколько пальцев, Уинстон?» «Четыре! Перестаньте, перестаньте! Как вы можете? Четыре! Четыре!» «Сколько пальцев, Уинстон?» «Пять! Пять! Пять!» «Нет, напрасно, Уинстон, вы лжете. Вы все равно думаете, что их четыре. Так сколько пальцев?» «Четыре, пять, четыре. Сколько вам нужно? Только перестаньте. Перестаньте делать больно!» Вдруг оказалось, что он сидит, и О'Брайен обнимает его за плечи. По-видимому, он на несколько секунд потерял сознание. Захваты, державшие его тело, были отпущены. Ему было очень холодно. Он трясся, зубы стучали, по щекам текли слезы. Он прильнул к О'Брайену, как младенец. Тяжелая рука, обнимавшая плечи, почему-то утешала его. Сейчас ему казалось, что О'Брайен его защитник, что боль пришла откуда-то со стороны, что у нее другое происхождение, и спасет от нее О'Брайен. «Вы непонятливый ученик», — мягко сказал О'Брайен. «Что я могу сделать?» — со слезами пролепетал он. «Как я могу не видеть, что у меня перед глазами? Два и два — четыре. Иногда, Уинстон, иногда пять, иногда три, иногда
Все, сколько есть. Вам надо постараться. Вернуть душевное здоровье нелегко. Он уложил Уинстона. Захваты на руках и ногах снова сжались. Но боль потихоньку отступила, дрожь прекратилась, осталась только слабость и озноб. О'Брайен кивнул человеку в белом, все это время стоявшему неподвижно. Человек в белом наклонился, заглянул Уинстону в глаза, проверил пульс, приложил ухо к груди, простукал там и сям, потом кивнул О'Брайену. «Еще раз», — сказал О'Брайен. В тело Уинстона хлынула боль. Стрелка, наверное, стояла на 70-75. На этот раз он зажмурился. Он знал, что пальцы перед ним, их по-прежнему 4. Важно было одно — как-нибудь пережить эти судороги. Он уже не знал, кричит он или нет. Боль опять утихла, он открыл глаза. О'Брайен отвел рычаг. «Сколько пальцев, Уинстон?» 4. Наверное, 4. Я увидел бы 5, если б мог. Я стараюсь увидеть 5. Чего вы хотите, убедить меня, что видите 5? Или в самом деле увидеть? В самом деле увидеть. Еще раз, сказал О'Брайен. Стрелка остановилась, наверное, на 80-90. Уинстон лишь изредка понимал, почему ему больно. За сжатыми веками извивался в каком-то танце лес пальцев. Они множились и редели, исчезали один позади другого и появлялись снова. Он пытался их сосчитать, а зачем, сам не помнил. Он знал только, что сосчитать их невозможно по причине какого-то таинственного тождества между 4 и 5. Боль снова затихла. Он открыл глаза, и оказалось, что видит то же самое. Бесчисленные пальцы, как ожившие деревья, струились во все стороны, скрещивались и расходились. Он опять зажмурил глаза. «Сколько пальцев я показываю, Уинстон?» «Не знаю». «Не знаю, вы убьете меня, если еще раз включите 4, 5, 6, честное слово, не знаю». «Лучше», — сказал О'Брайен. В руку Уинстона вошла игла, и сейчас же по телу разлилось блаженное целительное тепло. Боль уже почти забылась. Он открыл глаза и благодарно посмотрел на О'Брайена. При виде тяжелого в складках лица, такого уродливого и такого умного, у него оттаяло сердце. Если бы он мог пошевелиться, он протянул бы руку и тронул бы за руку О'Брайена. Никогда еще он не любил его так сильно, как сейчас, и не только за то, что О'Брайен прекратил боль. Вернулось прежнее чувство. Неважно, друг О'Брайен или враг, О'Брайен тот, с кем можно разговаривать. Может быть, человек не так нуждается в любви, как в понимании? О'Брайен пытал его и почти свел с ума, а вскоре, несомненно, отправит его на смерть. Это не имело значения. В каком-то смысле их соединяло нечто большее, чем дружба. Они были близки. Было где-то такое место, где они могли встретиться и поговорить. Пусть даже слова не будут произнесены вслух. О'Брайен смотрел на него сверху с таким выражением, как будто думал о том же самом. И голос его зазвучал мирно, непринужденно. «Вы знаете, где находитесь, Уинстон?» — спросил он. «Не знаю, догадываюсь. В Министерстве любви. Знаете, сколько времени вы здесь?» «Не знаю. Дни, недели, месяцы. Месяцы, я думаю». «А как вы думаете, зачем мы держим здесь людей?» «Чтобы заставить их признаться». «Нет, не для этого. Подумайте еще».
чтобы их наказать? «Нет!» — воскликнул О'Брайен. Голос его изменился до неузнаваемости, а лицо вдруг стало и строгим, и возбужденным. «Нет! Не для того, чтобы наказать!» «И не только для того, чтобы добиться от вас признания. Хотите, я объясню, зачем вас здесь держат?» «Чтобы вас излечить. Сделать вас нормальным. Вы понимаете, Уинстон, что тот, кто здесь побывал, не уходит из наших рук неизлеченным? Нам не интересны ваши глупые преступления. Партию не беспокоят явные действия, мысли. Вот о чем наша забота. Мы не просто уничтожаем наших врагов, мы их переделываем. Вы понимаете, о чем я говорю?» Он наклонился над Уинстоном. Лицо его, огромное вблизи, казалось отталкивающе уродливым от того, что Уинстон смотрел на него снизу. И на нем была написана одержимость, сумасшедший восторг. Сердце Уинстона снова сжалось. Если бы можно было, он зарылся бы в койку. Он был уверен, что сейчас О'Брайен дернет рычаг просто для развлечения. Однако О'Брайен отвернулся. Он сделал несколько шагов туда и обратно, потом продолжал без прежнего исступления. «Раньше всего вам следует усвоить, что и в этом месте не бывает мучеников. Вы читали о религиозных преследованиях прошлого. В средние века существовала инквизиция. Она оказалась несостоятельной. Она стремилась выкорчевать ереси, а в результате их увековечила. За каждым еретиком, сожженным на костре, вставали тысячи новых. Почему? Потому что инквизиция убивала врагов открыто, убивала не раскаявшихся, в сущности, потому и убивала, что они не раскаялись. Люди умирали за то, что не хотели отказаться от своих убеждений. Естественно, вся слава доставалась жертве, а позор инквизитору — палачу. Позже, в 20 веке, были так называемые тоталитарные режимы. Были германские нацисты и русские коммунисты. Русские преследовали ересь безжалостнее, чем инквизиция. Они думали, что извлекли урок из ошибок прошлого. Во всяком случае, они поняли, что мучеников создавать не надо. Прежде чем вывести жертву на открытый процесс, они стремились лишить ее достоинства. Арестованных изматывали пытками и одиночеством и превращали в жалких, раболепных людишек, которые признавались во всем, что им вкладывали в уста, обливали себя грязью, сваливали вину друг на друга, хныкали и просили пощады. И однако всего через несколько лет произошло то же самое. Казненные стали мучениками, ничтожество их забылось. Опять-таки почему? Прежде всего потому, что их признания, которые здесь произносятся, — правда. Правдой их делаем мы. А самое главное, мы не допускаем, чтобы мертвые восставали против нас. Не воображайте, Уинстон, что будущее за вас отомстит. Будущее о вас никогда не услышит. Вас выдернут из потока истории. Мы превратим вас в газ и выпустим в стратосферу. От вас ничего не останется, ни имени в списках, ни памяти в разуме живых людей. Вас сотрут и в прошлом, и в будущем. Будет так, как если бы вы никогда не жили на свете. «Зачем тогда трудиться, пытать меня?» — с горечью подумал Уинстон. О'Брайен прервал свою речь, словно Уинстон произнес это вслух. Он приблизил к Уинстону большое уродливое лицо, и глаза его сузились. «Вы думаете, — сказал он, — что раз мы намерены уничтожить вас, и ни слова ваши, ни дела ничего не будут значить? Зачем тогда мы взяли на себя труд вас допрашивать? Вы ведь об этом думаете, верно?» «Да», — ответил Уинстон. О'Брайен слегка улыбнулся. «Вы изъян в общем порядке, Уинстон.
Вы пятно, которое надо стереть. Разве я не объяснил вам, чем мы отличаемся от прежних карателей? Мы не довольствуемся негативным послушанием и даже самой униженной покорностью. Когда вы окончательно нам сдадитесь, вы сдадитесь по собственной воле. Мы уничтожаем еретика не потому, что он нам сопротивляется. Покуда он сопротивляется, мы его не уничтожим. Мы обратим его, мы захватим его душу до самого дна. Мы его переделаем. Мы выжжем в нем все зло и все иллюзии. Он примет нашу сторону не формально, а искренне, умом и сердцем. Он станет одним из нас. И только тогда мы его убьем. Мы не потерпим, чтобы где-то в мире существовало заблуждение, пусть тайное, пусть бессильное. Мы не допустим отклонения даже в миг смерти. В прежние дни еретик сходил на костер все еще еретиком, провозглашая свою ересь, восторгаясь ею. Даже жертва русских чисток, идя по коридору и ожидая пули, могла хранить под крышкой черепа бунтарскую мысль. Мы же, прежде чем вышибить мозги, делаем их безукоризненными. Заповедь старых деспотий начиналась словами «Не смей!». Заповедь тоталитарных — «Ты должен». Наша заповедь — «Ты есть». Ни один из тех, кого приводят сюда, не может устоять против нас. Всех промывают дочисто. Даже этих жалких предателей, которых вы считали невиновными Джонса, Аронсона и Резерфорда, даже их мы в конце концов сломали. Я сам участвовал в допросах. Я видел, как их перетирали, как они скулили, присмыкались, плакали, и под конец не от боли, не от страха, а только от раскаяния. Когда мы закончили с ними, они были только оболочкой людей. В них ничего не осталось, кроме сожаления о том, что они сделали, и любви к старшему брату. Трогательно было видеть, как они его любили. Они умоляли, чтобы их скорее увели на расстрел, хотели умереть, пока их души еще чисты. В голосе его слышались мечтательные интонации. Лицо по-прежнему горело восторгом, ретивостью сумасшедшего. «Он не притворяется», — подумал Уинстон. «Он не лицемер. Он убежден в каждом своем слове». Больше всего Уинстона угнетало сознание своей умственной неполноценности. О'Брайен с тяжеловесным изяществом расхаживал по комнате, то появляясь в поле его зрения, то исчезая. О'Брайен был больше его во всех отношениях. Не родилось и не могло родиться в его голове такой идеи, которая не была бы давно известна О'Брайену, взвешена им и отвергнута. Ум О'Брайена содержал в себе его ум. Но в таком случае, как О'Брайен может быть сумасшедшим? Сумасшедшим должен быть он, Уинстон. О'Брайен остановился, посмотрел на него и опять заговорил суровым тоном. «Не воображайте, что вы спасетесь, Уинстон, даже ценой полной капитуляции. Ни один из сбившихся с пути уцелеть не может. И если даже мы позволим вам дожить до естественной смерти, вы от нас не спасетесь. То, что делается с вами здесь, делается навечно. Знаете это наперед. Мы сомнем вас так, что вы уже никогда не подниметесь. С вами произойдет такое, от чего нельзя оправиться, проживи вы еще хоть 1000 лет. Вы никогда не будете способны на обыкновенное человеческое чувство. Внутри у вас все отомрет. Любовь, дружба, радость жизни, смех, любопытство, храбрость, честность. Всего этого у вас уже никогда не будет. Вы станете полым. Мы выдавим из вас все до капли, а потом заполним собой. Он умолк и сделал знак человеку в белом.
Уинстон почувствовал, что сзади к его голове подвели какой-то тяжелый аппарат. О'Брайен сел у койки, и лицо его оказалось почти вровень с лицом Уинстона. 3000, — сказал он через голову Уинстона человеку в белом. К вискам Уинстона прилегли две мягкие подушечки, как будто влажные. Он сжался. Снова будет боль, какая-то другая боль. О'Брайен успокоил его, почти ласково взяв за руку. «На этот раз больно не будет. Смотрите мне в глаза». Произошел чудовищный взрыв, или что-то, показавшееся ему взрывом, хотя он не был уверен, что это сопровождалось звуком, но ослепительная вспышка была несомненна. Уинстона не ушибло, а только опрокинуло. Хотя он уже лежал навзничь, когда это произошло, чувство было такое, будто его бросили на спину. Его распластал ужасный, безболезненный удар, и что-то произошло в голове. Когда зрение прояснилось, Уинстон вспомнил, кто он и где находится. Узнал того, кто пристально смотрел ему в лицо. Но где-то, непонятно где, существовала область пустоты, словно кусок вынули из его мозга. «Это пройдет», — сказал О'Брайен. «Смотрите мне в глаза». «С какой страной воюет Океания?» Уинстон подумал. Он понимал, что означает «Океания», и что он гражданин Океании. Помнил он и Евразию с Ост-Азией, но кто с кем воюет, он не знал. Он даже не знал, что была какая-то война, не помню. «Океания воюет с Ост-Азией, теперь вы вспомнили?» «Да». «Океания всегда воевала с Ост-Азией, с первого дня вашей жизни, с первого дня партии, с первого дня истории. Война шла без перерыва, все та же война. Вы это помните?» «Да». 11 лет назад вы сочинили легенду о троих приговоренных за измену к смертной казни. Вы думали, будто видели клочок бумаги, доказывавший их невиновность. Такой клочок бумаги никогда не существовал. Это был ваш вымысел. А потом вы в него поверили. Теперь вы вспомнили ту минуту, когда это было выдумано? Вспомнили?» «Да». «Только что я показывал вам пальцы. Вы видели 5 пальцев. Вы это помните?» «Да». О'Брайен показал ему левую руку, спрятав большой палец. 5 пальцев. Вы видите 5 пальцев? Да. И он их видел. Одно мимолетное мгновение до того, как в голове у него все стало на свои места. Он видел 5 пальцев и никакого искажения не замечал. Потом рука приняла естественный вид. И разом нахлынули прежний страх, ненависть, замешательство. Но был такой период, он не знал, долгий ли, может быть, полминуты, светлой определенности, когда каждое новое внушение О'Брайена заполняло пустоту в голове и становилось абсолютной истиной, когда 2 и 2 так же легко могли стать 3, как 5, если требовалось. Это состояние прошло раньше, чем О'Брайен отпустил его руку, и хотя вернуться в это состояние Уинстон не мог, он его помнил, как помнишь яркий случай из давней жизни, когда ты был по существу другим человеком. «Теперь вы, по крайней мере, понимаете, — сказал О'Брайен, — что это возможно». «Да», — отозвался Уинстон. О'Брайен с удовлетворенным видом встал. Уинстон увидел, что слева человек в белом сломал ампулу и набирает из нее в шприц. О'Брайен с улыбкой обратился к Уинстону, почти как раньше. Он поправил на носу очки. «Помните, как вы написали про меня в дневнике?
Неважно, друг он или враг, этот человек может хотя бы понять меня, с ним можно разговаривать. Вы были правы. Мне нравится с вами разговаривать. Меня привлекает ваш склад ума. Мы с вами похожи мыслям, с той только разницей, что вы безумны. Прежде чем мы закончим беседу, вы можете задать мне несколько вопросов, если хотите. Любые вопросы? Какие угодно. Он увидел, что Уинстон скосился на шкалу. Отключено. Ваш первый вопрос. «Что вы сделали с Джулией?» — спросил Уинстон. О'Брайен снова улыбнулся. «Она предала вас, Уинстон, сразу безоговорочно. Мне редко случалось видеть, чтобы кто-нибудь так живо шел нам навстречу. Вы бы ее вряд ли узнали. Все ее бунтарство, лживость, безрассудство, испорченность — все это выжжено из нее. Это было идеальное обращение, прямо для учебников». «Вы ее пытали?» На это О'Брайен не ответил. «Следующий вопрос», — сказал он. «Старший брат существует?» «Конечно, существует. Партия существует. Старший брат — олицетворение партии». «Существует он в том смысле, в каком существую я?» «Вы не существуете», — сказал О'Брайен. Снова на него навалилась беспомощность. Он знал, мог представить себе, какими аргументами будут доказывать, что он не существует, но все они бессмыслица, просто игра слов. Разве в утверждении «вы не существуете» не содержится логическая нелепость? Но что толку говорить об этом? Ум его съежился при мысли о неопровержимых, безумных аргументах, которыми его разгромит О'Брайен. «По-моему, я существую», — устало сказал он. «Я сознаю себя. Я родился, и я умру. У меня есть руки и ноги. Я занимаю определенный объем в пространстве. Никакое твердое тело не может занимать этот объем одновременно со мной». «В этом смысле существует старший брат?» «Это не важно. Он существует». «Старший брат когда-нибудь умрет?» «Конечно, нет. Как он может умереть? Следующий вопрос». «Братство существует?» «А этого, Уинстон, вы никогда не узнаете». «Если мы решим выпустить вас, когда кончим, и вы доживете до 90 лет, вы все равно не узнаете, как ответить на этот вопрос, нет или да. Сколько вы живете, столько и будете биться над этой загадкой». Уинстон лежал молча. Теперь его грудь поднималась и опускалась чуть чаще. Он так и не задал вопроса, который первым пришел ему в голову. Он должен его задать, но язык отказывался служить ему. На лице О'Брайена как будто промелькнула насмешка, даже очки у него блеснули иронически. «Он знает», — вдруг подумал Уинстон, — «знает, что я хочу спросить». И тут же у него вырвалось. «Что делают в комнате 101?» Лицо О'Брайена не изменило выражение, он сухо ответил. «Уинстон, вы знаете, что делается в комнате 101? Все знают, что делается в комнате 101». Он сделал пальцем знак человеку в белом. Беседа, очевидно, подошла к концу. В руку Уинстону воткнулась игла, и почти сразу он уснул глубоким сном. Глава 3. «В вашем восстановлении три этапа, — сказал О'Брайен, — учеба,
понимание и приятие. Пора перейти ко второму этапу. Как всегда, Уинстон лежал на спине. Но захваты держали его не так туго. Они по-прежнему притягивали его к койке, однако он мог слегка сгибать ноги в коленях, поворачивать голову влево и вправо и поднимать руки от локтя. Их шкала с рычагом не внушала прежнего ужаса. Если он соображал быстро, то мог избежать разрядов. Теперь О'Брайен брался за рычаг чаще всего тогда, когда был недоволен его глупостью. Порой все собеседование проходило без единого удара. Сколько их было, он уже не мог запомнить. Весь этот процесс тянулся долго, наверное, уже не одну неделю. А перерывы между беседами бывали иногда в несколько дней, а иногда час-другой. «Пока вы здесь лежали, — сказал О'Брайен, — вы часто задавались вопросом и даже меня спрашивали, — зачем Министерство любви тратит на вас столько трудов и времени? Когда оставались одни, вас занимал в сущности тот же самый вопрос. Вы понимаете механику нашего общества, но не понимали побудительных мотивов. Помните, как вы записали в дневнике: «Я понимаю, как, я не понимаю, зачем». Когда вы думали об этом «зачем», вот тогда вы и сомневались в своей нормальности. Вы прочли книгу Голдстейна, по крайней мере, какие-то главы. Прочли вы в ней что-нибудь такое, чего не знали раньше? «Вы ее читали?» — сказал Уинстон. «Я ее писал. Вернее, участвовал в написании. Как вам известно, книги не пишутся в одиночку». «То, что там сказано, правда?» «В описательной части — да. Предложенная программа — вздор. Тайно накапливать знания, просвещать массы, затем пролетарское восстание, свержение партии. Вы сами догадывались, что там сказано дальше. Пролетарии никогда не восстанут, ни через тысячу лет, ни через миллион. Они не могут восстать. Причину вам объяснять не надо, вы сами знаете. И если вы тешились мечтами о вооруженном восстании, оставьте их. Никакой возможности свергнуть партию нет. Власть партии навеки. Возьмите это за отправную точку в ваших размышлениях». О'Брайен подошел ближе к койке. «Навеки», — повторил он. «А теперь вернемся к вопросам «как» и «зачем». Вы более или менее поняли, как партия сохраняет свою власть. Теперь скажите мне, для чего мы держимся за власть? Каков побудительный мотив? Говорите же!» — приказал он молчавшему Уинстону. Тем не менее Уинстон медлил. Его переполняла усталость, а в глазах О'Брайена опять зажегся тусклый безумный огонек энтузиазма. Он заранее знал, что скажет О'Брайен, что партия ищет власти не ради нее самой, а ради блага большинства, ищет власти, потому что люди в массе своей слабые, трусливые создания, они не могут выносить свободу, не могут смотреть в лицо правде, поэтому ими должны править и систематически их обманывать те, кто сильнее их. Что человечество стоит перед выбором свобода или счастье, и для подавляющего большинства счастье лучше. Что партия — вечный опекун слабых, преданный идее орден, который творит зло во имя добра, жертвует собственным счастьем ради счастья других. «Самое ужасное, — думал Уинстон, — самое ужасное, что когда О'Брайен скажет это, он сам себе поверит. Это видно по его лицу. О'Брайен знает все, знает в тысячу раз лучше Уинстона, в каком убожестве живут люди, какой ложью и жестокостью партия удерживает их в этом состоянии. Он понял все, все оценил и не поколебался в своих убеждениях, все оправдано конечной целью. «Что ты можешь сделать, — думал Уинстон, — против безумца,
который умнее тебя, который беспристрастно выслушивает твои аргументы и продолжает упорствовать в своем безумии. «Вы правите нами для нашего блага», — слабым голосом сказал он. «Вы считаете, что люди не способны править собой, и поэтому...» Он вздрогнул и чуть не закричал. Боль пронзила его тело. О'Брайен поставил рычаг на 35. «Глупо, Уинстон, глупо!» — сказал он. «Я ожидал от вас лучшего ответа». Он отвел рычаг обратно и продолжал. «Теперь я сам отвечу на этот вопрос. Вот как. Партия стремится к власти исключительно ради нее самой. Нас не занимает чужое благо. Нас занимает только власть. Ни богатство, ни роскошь, ни долгая жизнь, ни счастье — только власть. Чистая власть». Что означает «чистая власть», вы скоро поймете. Мы знаем, что делаем, и в этом наше отличие от всех олигархий прошлого. Все остальные, даже те, кто напоминал нас, были трусы и лицемеры. Германские нацисты и русские коммунисты были уже очень близки к нам по методам, но у них не хватило мужества разобраться в собственных мотивах. Они делали вид и, вероятно, даже верили, что захватили власть вынужденно, на ограниченное время, а впереди рукой подать уже виден рай, где люди будут свободны и равны. Мы не такие. Мы знаем, что власть никогда не захватывают для того, чтобы от нее отказаться. Власть не средство, она цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию. Революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий — репрессии. Цель пытки — пытка. Цель власти — власть. Теперь вы меня понимаете? Уинстон был поражен и уже не в первый раз усталостью на лице О'Брайена. Оно было сильным, мясистым и грубым, в нем виден был ум и сдерживаемая страсть, перед которой он чувствовал себя бессильным, но это было усталое лицо. Под глазами набухли мешки, и кожа под скулами обвисла. О'Брайен наклонился к нему, нарочно приблизил утомленное лицо. «Вы думаете, — сказал он, — что лицо у меня старое и усталое. Вы думаете, что я рассуждаю о власти, а сам не в силах предотвратить даже распад собственного тела? Неужели вы не понимаете, Уинстон, что индивид — всего лишь клетка, усталость клетки — энергия организма? Вы умираете, когда стрижете ногти?» Он отвернулся от Уинстона и начал расхаживать по камере, засунув одну руку в карман. «Мы жрецы власти», — сказал он. «Бог — это власть. Ну, что касается вас, власть покуда только словом. Пора объяснить вам, что значит власть. Прежде всего, вы должны понять, что власть коллективна. Индивид обладает властью настолько, насколько он перестал быть индивидом. Вы знаете партийный лозунг «Свобода — это рабство». Вам не приходило в голову, что его можно перевернуть? Рабство — это свобода. Один свободный человек всегда терпит поражение. Так и должно быть, ибо каждый человек обречен умереть, и это его самый большой изъян. Но если он может полностью, без остатка подчиниться, если он станет партией, тогда он всемогущ и бессмертен. Во-вторых, вам следует понять, что власть — это власть над людьми, над телом, но самое главное — над разумом, власть над материей, над внешней реальностью, как вы бы ее назвали, не имеет значения. Материю мы уже покорили полностью. На миг Уинстон забыл о шкале. Напрягая все силы, он попытался сесть, но только сделал себе больно.
«Да как вы можете покорить материю?» — вырвалось у него. «Вы даже климат, закон тяготения не покорили. А есть еще болезни, боль, смерть!» О'Брайен остановил его движением руки. «Мы покорили материю, потому что мы покорили сознание. Действительность внутри черепа. Вы это постепенно уясните. Уинстон, для нас нет ничего невозможного. Невидимость, левитация, что угодно. Если бы я пожелал, я мог бы взлететь сейчас с пола, как мыльный пузырь. Я этого не желаю, потому что этого не желает партия. Вы должны избавиться от представлений XIX века относительно законов природы. Мы создаем законы природы». «Как же вы создаете? Вы даже на планете не хозяева, а Евразия, Остазия. Вы их пока не завоевали. Неважно, завоюем, когда нам будет надо. А если не завоюем, какая разница? Мы можем исключить их из нашей жизни. Океания — это весь мир. Но мир — всего лишь пылинка. А человек мал, беспомощен. Давно ли он существует? Миллионы лет Земля была необитаема? Чепуха! Земле столько же лет, сколько нам. Она не старше. Как она может быть старше? Вне человеческого сознания ничего не существует. Но в земных породах кости вымерших животных, мамонтов, мастодонтов, огромных рептилий, они жили задолго до того, как стало известно о человеке. Вы когда-нибудь видели эти кости, Уинстон? Нет, конечно. Их выдумали биологи XIX века. До человека не было ничего, после человека, если он кончится, не будет ничего. Нет ничего, кроме человека. Кроме нас есть целая вселенная, посмотрите на звезды, некоторые в миллионах световых лет от нас. Они всегда будут недоступны. «Что такое звезды?» — равнодушно возразил О'Брайен. «Огненные крупинки в скольких-то километрах отсюда. Если бы мы захотели, мы бы их достигли или сумели бы их погасить. Земля — центр Вселенной. Солнце и звезды обращаются вокруг нас». Уинстон снова попытался сесть, но на этот раз ничего не сказал. О'Брайен продолжал, как бы отвечая на его возражение. «Конечно, для определенных задач это не годится. Когда мы плывем по океану или предсказываем затмение, нам удобнее предположить, что Земля вращается вокруг Солнца и что звезды удалены на миллионы и миллионы километров. Но что из этого? Думаете, нам не по силам разработать двойную астрономию? Звезды могут быть далекими и близкими, в зависимости от того, что нам нужно. Думаете, наши математики с этим не справятся? Вы забыли о двоемыслии?» Уинстон вытянулся на койке. Что бы он ни сказал, мгновенный ответ сокрушал его, как дубинка, и все же он знал, что прав. «Идея, что вне твоего сознания ничего не существует, ведь наверняка есть какой-то способ опровергнуть ее. Разве не доказали давным-давно, что это заблуждение? Оно даже как-то называлось, только он забыл как». О'Брайен смотрел сверху, слабая улыбка кривила ему рот. «Я вам говорю, Уинстон, метафизика не ваша сильная сторона. Слово, которое вы пытаетесь вспомнить — солипсизм. Но вы ошибаетесь, это не солипсизм. Коллективный солипсизм, если угодно. И все-таки это нечто другое, в сущности, противоположное.
«Мы уклонились от темы», — заметил он уже другим тоном. «Подлинная власть, за которую мы должны сражаться день и ночь, это власть не над предметами, а над людьми». Он смолк, а потом спросил, как учитель способного ученика. «Уинстон, как человек утверждает свою власть над другими?» Уинстон подумал. «Заставляя его страдать», — сказал он. «Совершенно верно. Заставляя его страдать. Послушания недостаточно. Если человек не страдает, как вы можете быть уверены, что он исполняет вашу волю, а не свою собственную? Власть состоит в том, чтобы причинять боль и унижать. В том, чтобы разорвать сознание людей на куски и составить снова в таком виде, в каком вам угодно. Теперь вам понятно, какой мир мы создаем? Он будет полной противоположностью тем глупым гедонистическим утопиям, которыми тешились прежние реформаторы. Мир страха, предательства и мучений. Мир топчущих и растоптанных. Мир, который, совершенствуясь, будет становиться не менее, а более безжалостным. Прогресс в нашем мире будет направлен к росту страданий. Прежние цивилизации утверждали, что они основаны на любви и справедливости. Наша основана на ненависти. В нашем мире не будет иных чувств, кроме страха, гнева, торжества и самоуничижения. Все остальные мы истребим, все. Мы искореняем прежние способы мышления, пережитки дореволюционных времен. Мы разорвали связи между родителем и ребенком, между мужчиной и женщиной, между одним человеком и другим. Никто уже не доверяет ни жене, ни ребенку, ни другу. А скоро и жены друзей не будет. Новорожденных мы заберем у матери, как забираем яйца из-под несушки. Половое влечение вытравим. Размножение станет ежегодной формальностью, как возобновление продовольственной карточки. Оргазм мы сведем на нет. Наши неврологи уже ищут средства. Не будет иной верности, кроме партийной верности. Не будет иной любви, кроме любви к старшему брату. Не будет иного смеха, кроме победного смеха над поверженным врагом. Не будет искусства, литературы, науки. Когда мы станем всесильными, мы обойдемся без науки. Не будет различия между уродливым и прекрасным. Исчезнет любознательность, жизнь не будет искать себе применения. С разнообразием удовольствий мы покончим. Но всегда запомните, Уинстон, всегда будет опьянение властью. И чем дальше, тем сильнее, тем острее, всегда, каждый миг будет пронзительная радость победы, наслаждение от того, что наступил на беспомощного врага. Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека, вечно. Он умолк, словно ожидая, что ответит Уинстон. Уинстону опять захотелось зарыться в койку. Он ничего не мог сказать. Сердце у него стыло. О'Брайен продолжал. «И помните, что это навечно. Лицо для растаптывания всегда найдется. Всегда найдется еретик, враг общества, для того, чтобы его снова и снова побеждали и унижали. Все, что вы перенесли с тех пор, как попали к нам в руки, все это будет продолжаться, только хуже. Никогда не прекратятся шпионство, предательство, аресты, пытки, казни, исчезновения. Это будет мир террора в такой же степени, как мир торжества. Чем могущественнее будет партия, тем она будет нетерпимее. Чем слабее сопротивление, тем суровее деспотизм. Голдстейн и его ереси будут жить вечно,
Каждый день, каждую минуту их будут громить, позорить, высмеивать, оплевывать, а они сохранятся. Это драма, которую я с вами разыгрывал 7 лет. Она будет разыгрываться снова и снова, и с каждым поколением все изощреннее. У нас всегда найдется еретик. И будет здесь кричать от боли, сломленный и жалкий, а в конце, спасшись от себя, раскаявшись до глубины души, сам прижмется к нашим ногам. Вот какой мир мы построим, Уинстон. От победы к победе, за триумфом триумф и новый триумф. Щекотать, щекотать, щекотать нерв власти. Вижу, вам становится понятно, какой это будет мир. Ну, в конце концов, вы не просто поймете, вы примете его, будете его приветствовать, станете его частью. Уинстон немного опомнился и без убежденности возразил: «Вам не удастся». «Что вы хотите сказать?» «Вы не сможете создать такой мир, какой описали, это мечтание, это невозможно». «Почему?» «Невозможно построить цивилизацию на страхе, ненависти и жестокости, она не устоит». «Почему?» «Она не жизнеспособна, она рассыплется, она кончит самоубийством». «Чепуха! Вы внушили себе, что ненависть изнурительнее любви. Да почему же? А если и так, какая разница? Положим, мы решили, что будем быстрее изнашиваться. Положим, увеличили темп человеческой жизни так, что к 30 годам наступает маразм. И что же от этого изменится? Неужели вам непонятно, что смерть индивида — это не смерть? Партия бессмертна. Как всегда, его голос поверг Уинстона в состояние беспомощности. Кроме того, Уинстон боялся, что если продолжать спор, О'Брайен снова возьмется за рычаг, но смолчать он не мог. Бессильно, не находя доводов, единственным подкреплением был немой ужас, который вызывали у него речи О'Брайена. Он возобновил атаку. «Не знаю, все равно. Вас ждет крах. Что-то вас победит. Жизнь победит». «Жизнью мы управляем, Уинстон, на всех уровнях. Вы воображаете, будто существует нечто, называющееся человеческой натурой, и она возмутится тем, что мы творим, восстанет. Но человеческую натуру создаем мы. Люди бесконечно податливы. А может быть, вы вернулись к своей прежней идее, что восстанут и свергнут нас пролетарии или рабы? Выбросьте это из головы. Они беспомощны, как скот. Человечество — это партия, остальные вне. Ничего не значит. Все равно. В конце концов, они вас победят. Рано или поздно поймут, кто вы есть, и разорвут вас в клочья. Вы уже видите какие-нибудь признаки? Или какое-нибудь основание для такого прогноза? Нет, я просто верю. Я знаю, что вас ждет крах. Есть что-то во Вселенной, не знаю, какой-то дух, какой-то принцип, и вам его не одолеть. Уинстон, вы верите в Бога? Нет. Так что за принцип нас победит? Не знаю. Человеческий дух. И себя вы считаете человеком? Да. «Если вы человек, Уинстон, вы последний человек. Ваш вид вымер. Мы наследуем землю».
«Вы понимаете, Уинстон, — продолжал О'Брайен, — что вы один. Вы вне истории. Вы не существуете». Он вдруг посуровил и резко произнес: «Вы полагаете, что вы морально выше нас, лживых и жестоких?» «Да, считаю, что я выше вас». О'Брайен ничего не ответил. Уинстон услышал два других голоса. Скоро он узнал в одном из них свой. Это была запись их разговора с О'Брайеном в тот вечер, когда он вступил в братство. Уинстон услышал, как он обещает обманывать, красть, совершать подлоги, убивать, способствовать наркомании и проституции, разносить венерические болезни, плеснуть в лицо ребенку серной кислотой. О'Брайен нетерпеливо махнул рукой, как бы говоря, что слушать дальше нет смысла. Потом повернул выключатель, и голоса смолкли. «Встаньте с кровати», — сказал он. Захваты сами собой открылись. Уинстон опустил ноги на пол и неуверенно встал. «Вы последний человек», — сказал О'Брайен. «Вы хранитель человеческого духа. Вы должны увидеть себя в натуральную величину. Разденьтесь». Уинстон развязал бечевку, державшую комбинезон. Молнию из него давно вырвали. Он не мог вспомнить, раздевался ли хоть раз догола с тех пор, как его арестовали. Под комбинезоном его тело обвивали грязные желтоватые тряпки, в которых с трудом можно было узнать остатки белья. Спустив их на пол, он увидел в дальнем углу комнаты трильяж. Он подошел к зеркалам и замер. У него вырвался крик. «Ну-ну», — сказал О'Брайен. «Встаньте между створками зеркала, полюбуйтесь на себя и сбоку». Уинстон замер от испуга. Из зеркала к нему шло что-то согнутое, серого цвета, скелетообразное. Существо это пугало даже не тем, что Уинстон признал в нем себя, а одним своим видом. Он подошел ближе к зеркалу. Казалось, что он выставил лицо вперед. Так он был согнут. Измученное лицо арестанта с шишковатым лбом, лысый череп, загнутый нос и словно разбитые скулы, дикий настороженный взгляд. Щеки изрезаны морщинами, рот запал. Да, это было его лицо. Но ему казалось, что оно изменилось больше, чем он изменился внутри. Чувства, изображавшиеся на лице, не могли соответствовать тому, что он чувствовал на самом деле. Он сильно облысел. Сперва ему показалось, что и поседел вдобавок, но это просто череп стал серым. Серым от старой въевшейся грязи стало у него все, кроме лица и рук. Там и сям из-под грязи проглядывали красные шрамы от побоев, и варикозная язва превратилась в воспаленное месиво, покрытое шелушащейся кожей. Но больше всего его испугала худоба. Ребра, обтянутые кожей, грудная клетка скелета, ноги усохли так, что колени стали толще бедер. Теперь он понял, почему О'Брайен велел ему посмотреть на себя сбоку. Тощие плечи были согнуты так, что грудь превратилась в яму, тощая шея сгибалась под тяжестью головы. Если бы его спросили, он сказал бы, что это тело 60-летнего старика, страдающего неизлечимой болезнью. «Вы иногда думали, — сказал О'Брайен, — что мое лицо, лицо члена внутренней партии, выглядит старым и потрепанным. А как вам ваше лицо?» Он схватил Уинстона за плечо и повернул к себе. «Посмотрите, в каком вы состоянии, — сказал он, — посмотрите, какой отвратительной грязью покрыто ваше тело.
Посмотрите, сколько грязи между пальцами на ногах. Посмотрите на эту мокрую язву на голени. Вы знаете, что от вас воняет козлом? Вы уже, наверное, принюхались. Посмотрите, до чего вы худые, видите? Я могу обхватить ваш бицепс двумя пальцами. Я могу переломить вам шею, как морковку. Знаете, что с тех пор, как вы попали к нам в руки, вы потеряли 25 килограммов? У вас даже волосы вылезают клоками. Смотрите! Он схватил Уинстона за волосы и вырвал клок. Раскройте рот. 9, 10, 11 зубов осталось. Сколько было, когда вы попали к нам? Да и оставшиеся во рту не держатся. Смотрите! Он двумя пальцами залез Уинстону в рот. Десну пронзила боль. О'Брайен вырвал передний зуб с корнем. Он кинул его в угол камеры. «Вы гниете заживо», — сказал он. «Разлагаетесь». «Что вы такое, мешок слякоти? Ну-ка, повернитесь к зеркалу еще раз. Видите? Кто на вас смотрит? Это последний человек. Если вы человек, таково человечество. А теперь одевайтесь». Медленно, непослушными руками Уинстон стал натягивать одежду. До сих пор он как будто не замечал, до чего он худ и слаб. Одно вертелось в голове. Он не представлял себе, что находится здесь так давно. И вдруг, когда он наматывал на себя тряпье, ему стало жалко погубленного тела. Не соображая, что делает, он упал на маленькую табуретку возле кровати и расплакался. Он сознавал свое уродство, сознавал постыдность этой картины. Живой скелет в грязном белье сидит и плачет под ярким белым светом, но он не мог остановиться. О'Брайен положил ему руку на плечо почти ласково. «Это не будет длиться бесконечно», — сказал он. «Вы можете прекратить это когда угодно, все зависит от вас». «Это вы», — всхлипнул Уинстон. «Вы довели меня до такого состояния». «Нет, Уинстон, вы сами себя довели. Вы пошли на это, когда противопоставили себя партии. Все это уже содержалось в вашем первом поступке, и вы предвидели все, что с вами произойдет». Помолчав немного, он продолжал. «Мы били вас, Уинстон, мы сломали вас. Вы видели, во что превратилось ваше тело. Ваш ум в таком же состоянии. Не думаю, что в вас осталось много гордости. Вас пинали, пороли, оскорбляли, вы визжали от боли, вы катались по полу в собственной крови и рвоте, вы скулили о пощаде, вы предали все и вся. Как, по-вашему, может ли человек дойти до большего падения, чем вы?» Уинстон перестал плакать, но слезы еще сами собой текли из глаз. Он поднял лицо к О'Брайену. «Я не предал Джулию», — сказал он. О'Брайен посмотрел на него задумчиво. «Да», — сказал он, — «да». «Совершенно верно, вы не предали Джулию». Сердце Уинстона снова наполнилось глубоким уважением к О'Брайену. Уважение этого разрушить не могло ничто. «Сколько ума», — подумал он, — «сколько ума!» Не было еще такого случая, чтобы О'Брайен его не понял. Любой другой сразу возразил бы, что Джулию он предал. Ведь чего только не вытянули из него под пыткой. Он рассказал им все, что о ней знал, о ее привычках, о ее характере, о ее прошлом. В мельчайших деталях описал все их встречи,
Все, что он ей говорил, и что она ему говорила, их ужины с провизией, купленной на черном рынке, их любовную жизнь, их невнятный заговор против партии — все. Однако в том смысле, в каком он сейчас понимал это слово, он Джулию не предал. Он не перестал ее любить. Его чувства к ней остались прежними. О'Брайен понял это без всяких объяснений. «Скажите, — попросил Уинстон, — скоро меня расстреляют?» «Может, статься и не скоро, — ответил О'Брайен. — Вы трудный случай, но не теряйте надежду. Все рано или поздно излечиваются, а тогда мы вас расстреляем». Глава четвертая. Ему стало много лучше. Он полнел и чувствовал себя крепче с каждым днем, если имело смысл говорить о днях. Как и раньше, в камере горел белый свет и слышалось гудение, но сама камера была чуть удобнее прежних. Тут можно было сидеть на табурете, а дощатая лежанка была с матрасом и подушкой. Его сводили в баню, а потом довольно часто позволяли мыться в шайке. Приносили даже теплую воду. Выдали новое белье и чистый комбинезон. Варикозную язву забинтовали с какой-то успокаивающей мазью. Оставшиеся зубы ему вырвали и сделали протезы. Прошло, наверное, несколько недель или месяцев. При желании он мог бы вести счет времени, потому что кормили его теперь как будто бы регулярно. Он пришел к выводу, что кормят его 3 раза в сутки. Иногда спрашивал себя без интереса, днем ему дают есть или ночью. Еда была, на удивление, хорошая. Каждый 3-й раз мясо. 1 раз дали даже пачку сигарет. Спичек у него не было, но безмолвный надзиратель, приносивший ему пищу, давал огоньку. В 1-й раз его затошнило, но он перетерпел и растянул пачку надолго, выкуривая по 0,5 сигареты после каждой еды. Ему выдали белую грифельную доску с привязанным к углу огрызком карандаша. Сперва он ею не пользовался, он пребывал в полном оцепенении, даже бодрствуя. Он мог пролежать от одной еды до другой, почти не шевелясь. И промежутки сна сменялись мутным забытьем, когда даже глаза открыть стоило больших трудов. Он давно привык спать под ярким светом, бьющим в лицо. Разницы никакой, разве что сны были более связные. Сны все это время снились часто, и всегда счастливые сны. Он был в золотой стране или сидел среди громадных, великолепных, залитых солнцем руин с матерью, с Джулией, с О'Брайеном. Ничего не делал, просто сидел на солнце и разговаривал о чем-то мирном. А наяву, если у него и бывали какие мысли, то по большей части о снах. Теперь, когда болевой стимул исчез, он как будто потерял способность совершить умственное усилие. Он не скучал. Ему не хотелось ни разговаривать, ни чем-нибудь отвлечься. Он был вполне доволен тем, что он один, и его не бьют и не допрашивают, что он не грязен и ест досыта. Со временем спать он стал меньшим, но по-прежнему не испытывал потребности встать с кровати. Хотелось одного — лежать спокойно и ощущать, что телу возвращаются силы. Он трогал себя пальцем, чтобы проверить, не иллюзия ли это, в самом ли деле у него округляются мускулы и расправляется кожа. Наконец он вполне убедился, что полнеет. Бедра у него теперь были определенно толще колен. После этого с неохотой поначалу он стал регулярно упражняться. Вскоре он мог пройти уже 3 километра, отмеряя их шагами по камере,
и согнутая спина его понемногу распрямлялась. Он попробовал более трудные упражнения, и к изумлению, и унижению своему выяснил, что почти ничего не может. Передвигаться он мог только шагом, табуретку на вытянутой руке держать не мог, на одной ноге стоять не мог, падал. Он присел на корточки и едва сумел встать, испытывая мучительную боль в икрах и бедрах. Он лег на живот и попробовал отжаться на руках безнадежно. Он не мог даже грудь оторвать от пола. Но еще через несколько дней, через несколько обедов и завтраков, он совершил и этот подвиг. И еще через какое-то время стал отжиматься по 6 раз подряд. Он даже начал гордиться своим телом, а иногда ему верилось, что и лицо принимает нормальный вид. Только тронув случайно свою лысую голову, вспоминал он морщинистое, разрушенное лицо, которое смотрело на него из зеркала. Ум его отчасти ожил. Он садился на лежанку спиной к стене, положив на колени грифельную доску, и занимался самообразованием. Он капитулировал, это было решено. На самом деле, как он теперь понимал, капитулировать он был готов задолго до того, как принял это решение. Он осознал легкомысленность и вздорность своего бунта против партии в то мгновение, когда очутился в Министерстве любви. Нет, еще в те минуты, когда они с Джулией беспомощно стояли в комнате, а железный голос из телекрана отдавал им команды. Теперь он знал, что 7 лет полиция мыслей наблюдала его, как жука в лупу. Ни одно его действие, ни одно слово, произнесенное вслух, не укрылось от нее, ни одна мысль не осталась неразгаданной. Даже белесую крупинку на переплете его дневника они аккуратно клали на место. Они проигрывали ему записи, показывали фотографии. В том числе фотографии его с Джулией, да, даже. Он больше не мог бороться с партией. Кроме того, партия права. Наверное, права. Как может ошибаться бессмертный коллективный мозг? По каким внешним критериям оценить его суждение? Здравый рассудок — понятие статистическое. Чтобы думать, как они, надо просто учиться. Только карандаш в пальцах казался толстым и неуклюжим. Он начал записывать то, что ему приходило в голову. Сперва большими корявыми буквами написал «Свобода — это рабство». А под этим почти сразу же 2×2 равняется? Но тут наступила какая-то заминка. Ум его, словно пятясь от чего-то, не желал сосредоточиться. Он знал, что следующая мысль уже готова, но не мог ее вспомнить. А когда вспомнил, случилось это не само собой, он пришел к ней путем рассуждений, он записал «Бог — это власть». Он принял ее. Прошлое изменяемо, прошлое никогда не изменялось. Океания воюет с Ост-Азией, Океания всегда воевала с Ост-Азией. Джонс, Аронсон и Резерфорд виновны в тех преступлениях, за которые их судили. Он никогда не видел фотографию, опровергавшую их виновность. Она никогда не существовала. Он ее выдумал. Он помнил, что помнил факты, говорившие обратное, но это аберрация памяти, самообман, как все просто. Только сдайся, все остальное отсюда следует. Это все равно, что плыть против течения, сколько ни старайся, оно относит тебя назад. И вдруг ты решаешь повернуть и плыть по течению, а не бороться с ним. Ничего не изменилось.
только твое отношение к этому. Чему быть, того не миновать. Он сам не понимал, почему стал бунтовщиком. Все было просто, кроме... Все, что угодно может быть истиной. Так называемые законы природы — вздор. Закон тяготения — вздор. «Если бы я пожелал, — сказал О'Брайен, — я мог бы взлететь сейчас с пола, как мыльный пузырь». Уинстон обосновал эту мысль, если он думает, что взлетает с пола, и я одновременно думаю, что вижу это, значит, так оно и есть. Вдруг, как обломок кораблекрушения поднимается на поверхность воды, в голове у него всплыло. На самом деле этого нет. Мы это воображаем. Это галлюцинация. Он немедленно отказался от своей мысли. Очевидная логическая ошибка. Предполагается, что где-то вне тебя есть действительный мир, где происходят действительные события. Но откуда может взяться этот мир? О вещах мы знаем только то, что содержится в нашем сознании. Все происходящее происходит в сознании. То, что происходит в сознании у всех, происходит в действительности. Он легко обнаружил ошибку, и опасности впасть в ошибку не было. Однако он понял, что ему и в голову не должна была прийти такая мысль. Как только появляется опасная мысль, в мозгу должно возникать слепое пятно. Этот процесс должен быть автоматическим, инстинктивным. «Самостоп» называют его на новоязе. Он стал упражняться в самостопе. Он предлагал себе утверждение: «Партия говорит, что земля плоская, партия говорит, что лед тяжелее воды», и учился не видеть и не понимать опровергающих доводов. Это было нелегко. Требовалась способность рассуждать и импровизировать. Арифметические же проблемы, связанные, например, с таким утверждением, как 2 × 2 = 5, оказались ему не по силам. Тут нужен был еще некий умственный атлетизм, способность тончайшим образом применять логику, а в следующий миг не замечать грубейшей логической ошибки. Глупость была так же необходима, как ум, и так же трудно давалась. И все время его занимал вопрос, когда же его расстреляют. «Все зависит от вас», — сказал О'Брайен, но Уинстон понимал, что никаким сознательным актом приблизить это не может. Это может произойти и через 10 минут, и через 10 лет. Они могут годами держать его в одиночной камере, могут отправить в лагерь, могут ненадолго выпустить, и так случалось. Вполне возможно, что вся драма ареста и допросов будет разыграна сызнова. Достоверно одно — смерть не приходит тогда, когда ее ждешь. Традиция, негласная традиция, ты откуда-то знаешь о ней. Хотя не слышал, чтобы они говорили, такова, что стреляют сзади, только в затылок, без предупреждения, когда идешь по коридору из одной камеры в другую. В один прекрасный день, впрочем, день — неправильное слово, это вполне могло быть и ночью, однажды он погрузился в странное глубокое забытье. Он шел по коридору, ожидая пули. Он знал, что это случится сию минуту. Все было заглажено, улажено, урегулировано. Тело его было здоровым и крепким. Он ступал легко, радуясь движению, и, кажется, шел под солнцем. Это было уже не в длинном белом коридоре Министерства любви. Он находился в огромном солнечном проходе в километр шириной и двигался по нему, как будто в наркотическом бреду. Он был в золотой стране, шел тропинкой через старый, выщипанный кроликами луг. Под ногами пружинил дерн,
а лицо ему грело солнце. На краю луга чуть шевелили ветвями вязы, а где-то дальше был ручей, и там, в зеленых заводях под ветлами, стояла плотва. Он вздрогнул и очнулся в ужасе. Между лопатками пролился пот. Он услышал свой крик: «Джулия! Джулия! Джулия! Моя любимая Джулия!» У него было полное впечатление, что она здесь. И не просто с ним, а как будто внутри его, словно стала составной частью его тела. В этот миг он любил ее гораздо сильнее, чем на воле, когда они были вместе. И он знал, что она где-то есть, живая, и нуждается в его помощи. Он снова лег и попробовал собраться с мыслями. Что он сделал? На сколько лет удлинил свое рабство этой минутной слабостью? Сейчас он услышит топот башмаков за дверью. Такую выходку они не оставят безнаказанной. Теперь они поймут, если раньше не поняли, что он нарушил соглашение. Он подчинился партии, но по-прежнему ее ненавидит. В прежние дни он скрывал еретические мысли под показным конформизмом. Теперь он отступил еще на шаг, разумом сдался, но душу рассчитывал сохранить в неприкосновенности. Он знал, что неправ, и держался за свою неправоту. Они это поймут. О, Брайан поймет. И выдало его одно глупое восклицание. Придется начать все сначала, на это могут уйти годы. Он провел ладонью по лицу, чтобы яснее представить себе, как оно теперь выглядит. В щеках залегли глубокие борозды. Скулы заострились, нос показался приплюснутым. Вдобавок он в последний раз видел себя в зеркале до того, как ему сделали зубы. Трудно сохранить непроницаемость, если не знаешь, как выглядит твое лицо. Во всяком случае, одного лишь владения мимикой недостаточно. Впервые он осознал, что если хочешь сохранить секрет, надо скрывать его и от себя. Ты должен знать, конечно, что он есть, но покуда он не понадобился, нельзя допускать его до сознания в таком виде, когда его можно назвать. Отныне он должен не только думать правильно, он должен правильно чувствовать, видеть правильные сны, а ненависть должен запереть в себе как некое физическое образование, которое является его частью и, однако, с ним не связано, вроде кисты. Когда-нибудь они решат его расстрелять, неизвестно, когда это случится, но за несколько секунд, наверное, угадать можно. Стреляют сзади, когда идешь по коридору. 10 секунд хватит. За это время внутренний мир может перевернуться, и тогда внезапно, не сказав ни слова, не сбившись шага, не изменившись в лице, внезапно он сбросит маскировку, и грянут батареи его ненависти. Ненависть наполнит его, словно исполинское ревущее пламя, и почти в тот же миг выстрел. Слишком поздно или слишком рано. Они разнесут ему мозг раньше, чем выправят. Еретическая мысль, ненаказанная, нераскаянная, станет недосягаемой для них навеки. Они прострелят дыру в своем идеале. Умереть, ненавидя их, это и есть свобода. Он закрыл глаза. Это труднее, чем принять дисциплину ума. Тут надо уронить себя, изувечить, погрузиться в грязнейшую грязь. Что самое жуткое, самое тошнотворное, он подумал о старшем брате, огромное лицо. Он постоянно видел его на плакатах, и поэтому казалось, что оно должно быть шириной в метр.
черноусая, никогда не спускавшая с тебя глаз, возникла перед ним, словно помимо его воли. Как он на самом деле относится к старшему брату? В коридоре послышался тяжелый топот. Стальная дверь с лязгом распахнулась, в камеру вошел О'Брайен, за ним офицер с восковым лицом и надзиратели в черном. «Встаньте», — сказал О'Брайен, — «подойдите сюда». Уинстон встал против него. О'Брайен сильными руками взял Уинстона за плечи и пристально посмотрел в лицо. «Вы думали меня обмануть?» — сказал он. «Это было глупо». «Стойте прямо! Смотрите мне в глаза!» Он помолчал и продолжал чуть мягче. «Вы исправляетесь. В интеллектуальном плане у вас почти все в порядке. В эмоциональном же никакого улучшения у вас не произошло. Скажите мне, Уинстон, только помните, не лгать, ложь от меня не укроется». Это вам известно. Скажите, как вы на самом деле относитесь к старшему брату? Я его ненавижу. Вы его ненавидите? Хорошо. Тогда для вас настало время сделать последний шаг. Вы должны любить старшего брата. Повиноваться ему мало, вы должны его любить. Он отпустил плечи Уинстона, слегка толкнув его к надзирателям. «В комнату 101», — сказал он. Глава 5. На каждом этапе заключения Уинстон знал или представлял себе, несмотря на отсутствие окон, в какой части здания он находится, возможно, ощущал разницу в атмосферном давлении. Камеры, где его избивали надзиратели, находились ниже уровня земли. Комната, где его допрашивал О'Брайен, располагалась наверху, близко к крыше. А нынешнее место было глубоко под землей, может быть, в самом низу. Комната была просторнее почти всех его прежних камер, но он не замечал подробностей обстановки. Заметил только два столика прямо перед собой, оба с зеленым сукном. Один стоял метрах в двух, другой подальше у двери. Уинстон был привязан к креслу так туго, что не мог пошевелить даже головой. Голову держало сзади что-то вроде мягкого подголовника, и смотреть он мог только вперед. Он был один, потом дверь открылась, и вошел О'Брайен. «Вы однажды спросили, — сказал О'Брайен, — что делают в комнате 101? Я ответил, что вы сами знаете, это все знают. В комнате 101 — то, что хуже всего на свете». Дверь снова открылась. Надзиратель внес что-то проволочное. То ли корзинку, то ли клетку. Он поставил эту вещь на дальний столик. О'Брайен мешал разглядеть, что это за вещь. «То, что хуже всего на свете, — сказал О'Брайен, — разное для разных людей. Это может быть погребение заживо, смерть на костре или в воде, или на колу. Да сто каких угодно смертей, а иногда это какая-то вполне ничтожная вещь, даже не смертельная». Он отошел в сторону, и Уинстон разглядел, что стоит на столике. Это была продолговатая клетка с ручкой наверху для переноски. К торцу было приделано что-то вроде фехтовальной маски, вогнутой стороной наружу. Хотя до клетки было метра 3 или 4, Уинстон увидел, что она разделена продольной перегородкой, и в обоих отделениях какие-то животные. Это были крысы. «Для вас, — сказал О'Брайен, —
Хуже всего на свете крысы. Дрожь предчувствия. Страх перед неведомым Уинстон ощутил еще в ту секунду, когда разглядел клетку. Сейчас он понял, что означает маска в торце. У него схватило живот. «Вы этого не сделаете!» — крикнул он высоким, натреснутым голосом. «Вы не будете, как можно!» «Помните, — сказал О'Брайен, — тот миг паники, который бывал в ваших снах. Перед вами стена мрака и рев в ушах. Там за стеной что-то ужасное. В глубине души вы знали, что скрыто за стеной, но не решались себе признаться. Крысы были за стеной». «О'Брайен, — сказал Уинстон, пытаясь совладать с голосом, — вы знаете, что в этом нет необходимости. Чего вы от меня хотите?» О'Брайен не дал прямого ответа, напустив на себя менторский вид, как иногда с ним бывало, он задумчиво смотрел вдаль, словно обращался к слушателям за спиной Уинстона. «Боли самой по себе, — начал он, — иногда недостаточно. Бывают случаи, когда индивид сопротивляется боли до смертного мига. Но для каждого человека есть что-то непереносимое, немыслимое. Смелость и трусость здесь ни при чем. Если падаешь с высоты, схватиться за веревку — не трусость. Если вынырнул из глубины, вдохнуть воздух — не трусость. Это просто инстинкт, и его нельзя слушаться. То же самое с крысами. Для вас они непереносимы. Это та форма давления, которой вы не можете противостоять, даже если бы захотели. Вы сделаете то, что от вас требуют. Ну что? Что требуют? Как я могу сделать, если не знаю, что от меня надо? О'Брайен взял клетку и перенес к ближнему столику. Аккуратно поставил ее на сукно. Уинстон слышал гул крови в ушах. Ему казалось сейчас, что он сидит в полном одиночестве. Он посреди громадной безлюдной равнины, в пустыне, залитой солнечным светом, и все звуки доносились из бесконечного далека. Между тем клетка с крысами стояла от него в каких-нибудь 2 метрах. Крысы были огромные. Они достигли того возраста, когда морда животного становится тупой и свирепой, а шкура из серой превращается в коричневую. «Крыса, — сказал О'Брайен, по-прежнему обращаясь к невидимой аудитории, — грызун, но при этом плотоядная, вам это известно. Вы, несомненно, слышали о том, что творится в бедных районах нашего города. На некоторых улицах мать боится оставить грудного ребенка без присмотра в доме даже на 5 минут. Крысы непременно на него нападут и очень быстро обгложат его до костей. Они нападают также на больных и умирающих. Крысы удивительно угадывают беспомощность человека». В клетке поднялся виск. Уинстону казалось, что он доносится издалека. Крысы дрались. Они пытались добраться друг до дружки через перегородку. Еще Уинстон услышал глубокий стон отчаяния. Он тоже шел как будто извне. О'Брайен поднял клетку и что-то в ней нажал. Раздался резкий щелчок. В выступлении Уинстон попробовал вырваться из кресла. Напрасно. Все части тела и даже голова были намертво закреплены. О'Брайен поднес клетку ближе. Теперь она была в метре от лица. «Я нажал первую ручку», — сказал О'Брайен. «Конструкция клетки вам понятна. Маска схватит вам лицо, не оставив выхода.
Когда я нажму другую ручку, дверца в клетке поднимется. Голодные звери вылетят оттуда пулями. Вы видели, как прыгает крыса? Они прыгнут вам на лицо и начнут вгрызаться. Иногда они первым делом набрасываются на глаза, иногда прогрызают щеки и пожирают язык. Клетка приблизилась. Скоро надвинется вплотную. Уинстон услышал частые пронзительные вопли, раздававшиеся как будто в воздухе над головой, но он яростно боролся с паникой. Думать, даже если осталась секунда, думать! Только на это надежда. Гнусный, затхлый запах зверей ударил в нос. Рвотная спазма подступила к горлу, и он почти потерял сознание, все исчезло в черноте. На миг он превратился в обезумевшее, вопящее животное. Однако он вырвался из черноты, зацепившись за мысль. Есть один единственный путь к спасению. Надо поставить другого человека. Тело другого человека между собой и крысами. Овал маски приблизился уже настолько, что заслонил все остальное. Сетчатая дверца была в двух пядях от лица. Крысы поняли, что готовится. Одна нетерпеливо прыгала на месте, другая, коржавый ветеран с точных канав, встала, упершись розовыми лапами в решетку и сильно втягивала носом воздух. Уинстон видел усы и желтые зубы. Черная паника снова накатила на него. Он был слеп, беспомощен, ничего не соображал. «Это наказание было принято в Китайской империи», — сказал О'Брайен по-прежнему нравоучительно. Маска придвинулась к лицу. Проволока коснулась щеки, и тут... Нет! Это было не спасение, а только надежда, искра надежды. Поздно, может быть, поздно, но он вдруг понял, что на свете есть только один человек, на которого он может перевалить свое наказание. Только одним телом он может заслонить себя от крыс. И он исступленно кричал раз за разом: «Отдайте им Джулию! Отдайте им Джулию, не меня! Джулию! Мне все равно, что вы с ней сделаете! Разорвите ей лицо, обгрызите до костей! Не меня, Джулию! Не меня!» Он падал спиной в бездонную глубь, прочь от крыс. Он все еще был пристегнут к креслу, но проваливался сквозь пол, сквозь стены здания, сквозь землю, сквозь океаны, сквозь атмосферу, в космос, в межзвездные бездны, все дальше, прочь, прочь, прочь от крыс. Его отделяли от них уже световые годы, хотя О'Брайен по-прежнему стоял рядом. И холодная проволока все еще прикасалась к щеке. Но сквозь тьму, объявшую его, он услышал еще один металлический щелчок и понял, что дверца клетки захлопнулась, а не открылась. Глава шестая. Под каштаном было безлюдно. Косые желтые лучи солнца падали через окно на пыльные крышки столов. Было 15 часов, время затишья. Из телекранов точилась бодрая музыка. Уинстон сидел в своем углу, уставясь в пустой стакан. Время от времени он поднимал взгляд на громадное лицо, наблюдавшее за ним со стены напротив. «Старший брат смотрит на тебя», — гласила подпись. Без зова подошел официант, наполнил его стакан джином «Победа» и добавил несколько капель из другой бутылки с трубочкой в пробке. Это был раствор сахарина, настоянный на гвоздике, фирменный напиток заведения. Уинстон прислушался к телекрану.
Сейчас передавали только музыку, но с минуты на минуту можно было ждать специальной сводки из Министерства мира. Сообщения с Африканского фронта поступали крайне тревожные. С самого утра он то и дело с беспокойством думал об этом. Евразийские войска, Океания воевала с Евразией, Океания всегда воевала с Евразией, с устрашающей быстротой продвигались на юг. В полуденной сводке не назвали конкретных мест, но вполне возможно, что бои идут уже возле устья Конго. Над Браззавилем и Леопольдвилем нависла опасность. Понять, что это означает, нетрудно и без карты. Это грозит не просто потерей Центральной Африки. Впервые за всю войну возникла угроза самой Океании. Бурное чувство, не совсем страха, а скорее какое-то беспредметное волнение, вспыхнуло в нем, а потом потухло. Он перестал думать о войне. Теперь он мог задержать мысли на каком-то одном предмете не больше, чем на несколько секунд. Он взял стакан и залпом выпил. Как обычно, передернулся и тихонько рыгнул. Пойло было отвратительное. Гвоздика с сахарином, сама по себе противная, не могла перебить унылый маслянистый запах джина, но, что хуже всего, запах джина, сопровождавший его день и ночь, был неразрывно связан с запахом тех. Он никогда не называл их, даже про себя, и очень старался не увидеть их мысленно. Они были чем-то не вполне осознанным, скорее угадывались где-то перед лицом и только все время пахли. Джин всколыхнулся в желудке, и он рыгнул, выпятив красные губы. С тех пор, как его выпустили, он располнел, и к нему вернулся прежний румянец, даже стал ярче. Черты лица у него огрубели, нос и скулы сделались шершавыми и красными, даже лысая голова приобрела яркий розовый оттенок. Официант опять без зова принес шахматы и свежий выпуск «Таймс», раскрытый на шахматной задаче. Затем, увидев, что стакан пуст, вернулся с бутылкой джина и налил. Заказы можно было не делать. Обслуга знала его привычки. Шахматы неизменно ждали его и свободный столик в углу. Даже когда кафе наполнялось народом, он занимал его один. Никому не хотелось быть замеченным в его обществе. Ему даже не приходилось подсчитывать, сколько он выпил. Время от времени ему подавали грязную бумажку и говорили, что это счет, но у него сложилось впечатление, что берут меньше, чем следует. Если бы они поступали наоборот, его бы это тоже не взволновало. Он всегда был при деньгах, ему дали должность синекуру и платили больше, чем на прежнем месте. Музыка в телекране смолкла, вступил голос. Уинстон поднял голову и прислушался. Но передавали не сводку с фронта. Сообщало Министерство изобилия. Оказывается, в прошлом квартале план 10-й трехлетки по шнуркам перевыполнен на 98%. Он глянул на шахматную задачу и расставил фигуры. Это было хитрое окончание с двумя конями. Белые начинают и дают мат в два хода. Он поднял глаза на портрет старшего брата. «Белые всегда ставят мат», — подумал он с неясным мистическим чувством. «Всегда. Исключений не бывает, так устроено». Испокон веку ни в одной шахматной задаче черные не выигрывали. Не символ ли это вечной неизменной победы добра над злом? Громадное, полное, спокойное силы лицо ответило ему взглядом. Белые всегда ставят мат. Телекран смолк, а потом другим, гораздо более торжественным тоном сказал: «Внимание! В 15:30 будет передано важное сообщение, известие чрезвычайной важности. Слушайте нашу передачу в 15:30». Снова пустили бодрую музыку. Сердце у него сжалось, это сообщение с фронта.
Инстинкт подсказывал ему, что новости будут плохие. Весь день с короткими приступами волнения он то и дело мысленно возвращался к сокрушительному поражению в Африке. Он зрительно представлял себе, как евразийские полчища валят через нерушимую прежде границу и растекаются по оконечности континента, подобно колоннам муравьев. Почему нельзя было выйти им во фланг? Перед глазами у него возник контур западного побережья. Он взял белого коня и переставил в другой угол доски. Вот где правильное место. Он видел, как черные орды катятся на юг, и в то же время видел, как собирается таинственно другая сила. Вдруг оживает у них в тылу, режет их коммуникации на море и на суше. Он чувствовал, что желанием своим вызывает эту силу к жизни. Но действовать надо без промедления. Если они овладеют всей Африкой, захватят аэродромы и базы подводных лодок на мысе Доброй Надежды, Океания будет разрезана пополам, а это может повлечь за собой что угодно — разгром, передел мира, крушение партии. Он глубоко вздохнул. В груди его клубком сплелись противоречивые чувства, вернее, не сплелись, а расположились слоями, и невозможно было понять, какой глубже всего. Спазма кончилась. Он вернул белого коня на место, но никак не мог сосредоточиться на задаче. Мысли опять ушли в сторону. Почти бессознательно он вывел пальцем на пыльной крышке стола. Дважды два — пять. «Они не могут в тебя влезть», — сказала Джулия. Но они смогли влезть. «То, что делается с вами здесь, делается навечно», — сказал О'Брайен. «Правильное слово. Есть такое. Твои собственные поступки, от чего ты никогда не оправишься. В твоей груди что-то убито, вытравлено, выжжено». Он ее видел, даже разговаривал с ней. Это ничем не грозило. Инстинкт ему подсказывал, что теперь его делами почти не интересуются. Если бы кто-то из них двоих захотел, они могли бы условиться о новом свидании. А встретились они нечаянно. Произошло это в парке, в пронизывающий мерзкий мартовский денек, когда земля была как железо, и вся трава казалась мертвой, и не было нигде ни почки, только несколько крокусов вылезли из грязи, чтобы их расчленил ветер. Уинстон шел торопливо, с озябшими руками, плача от ветра, и вдруг метрах в десяти увидел ее. Она разительно переменилась, но непонятно было, в чем эта перемена заключается. Они разошлись, как незнакомые, потом он повернул и нагнал ее, хотя и без особой охоты. Он знал, что это ничем не грозит, никому они не интересны. Она не заговорила. Она свернула на газон, словно желая избавиться от него, но через несколько шагов как бы примирилась с тем, что он идет рядом. Вскоре они очутились среди корявых голых кустов, не защищавших ни от ветра, ни от посторонних глаз, остановились. Холод был лютый. Ветер свистел в ветках и трепал редкие грязные крокусы. Он обнял ее за талию. Телекрана рядом не было. Были, наверное, скрытые микрофоны. Кроме того, их могли увидеть. Но это не имело значения. Ничто не имело значения. Они спокойно могли бы лечь на землю и заняться чем угодно. При одной мысли об этом у него мурашки поползли по спине. Она никак не отозвалась на объятие, даже не попыталась освободиться. Теперь он понял, что в ней изменилось. Лицо приобрело землистый оттенок. Через весь лоб к виску тянулся шрам, отчасти прикрытой волосами, но дело было не в этом, а в том, что талия у нее стала толще и, как ни странно, отвердела. Он вспомнил, как однажды после взрыва ракеты помогал вытаскивать из развалин труп, и поражен был не только невероятной тяжестью тела, но и его жесткостью,
тем, что его так неудобно держать, словно оно было каменное, а не человеческое. Таким же на ощупь оказалось ее тело. Он подумал, что и кожа у нее, наверное, стала совсем другой. Он даже не попытался поцеловать ее, и оба продолжали молчать. Когда они уже выходили из ворот, она впервые посмотрела на него в упор. Это был короткий взгляд, полный презрения и неприязни. Он не понял, вызвана эта неприязнь только их прошлым или вдобавок его расплывшимся лицом и слезящимися от ветра глазами. Они сели на железные стулья рядом, но не вплотную друг к другу. Он понял, что сейчас она заговорит. Она передвинула на несколько сантиметров грубую туфлю и нарочно смяла былинку. Он заметил, что ступни у нее раздались. «Я предала тебя», — сказала она без обиняков. «Я предал тебя», — сказал он. Она снова взглянула на него с неприязнью. «Иногда, — сказала она, — тебе угрожают чем-то таким, чего ты не можешь перенести, о чем не можешь даже подумать. И тогда ты говоришь: не делайте этого со мной, сделайте с кем-нибудь другим, сделайте с таким-то. А потом ты можешь притворяться перед собой, что это была только уловка, что ты сказала это просто так, лишь бы перестали, а на самом деле ты этого не хотела, неправда. Когда это происходит, желание у тебя именно такое. Ты думаешь, что другого способа спастись нет. Ты согласна спастись таким способом. Ты хочешь, чтобы это сделали с другим человеком, и тебе плевать на его мучения. Ты думаешь только о себе». «Думаешь только о себе», — эхом отозвался он. «А после ты уже по-другому относишься к тому человеку». «Да», — сказал он, — «относишься по-другому». Говорить было больше не о чем. Ветер лепил тонкие комбинезоны к их телам, молчание почти сразу стало тягостным, да и холод не позволял сидеть на месте. Она пробормотала, что опоздает на поезд в метро, и поднялась. «Нам надо встретиться еще», — сказал он. «Да», — сказала она, — «надо встретиться еще». Он нерешительно пошел за ней, приотстав на полшага. Больше они не разговаривали. Она не то чтобы старалась от него отделаться, но шла быстрым шагом, не давая себя догнать. Он решил, что проводит ее до станции метро, но вскоре почувствовал, что тащиться за ней по холоду бессмысленно и невыносимо. Хотелось не столько даже уйти от Джулии, сколько очутиться в кафе под каштаном. Его никогда еще не тянуло туда так, как сейчас. Он затосковал по своему угловому столику с газетой и шахматами, по неиссякаемому стакану джина. Самое главное, в кафе будет тепло. Тут их разделила небольшая кучка людей, чему он не особенно препятствовал. Он попытался, правда, без большого рвения догнать ее, потом сбавил шаг, повернул и отправился в другую сторону. Метров через 50 он оглянулся. Народу было мало, но узнать ее он уже не мог. Всего несколько человек торопливо двигались по улице, и любой из них сошел бы за Джулию. Ее раздавшееся, огрубевшее тело, наверное, нельзя было узнать сзади. «Когда это происходит, — сказала она, — желание у тебя именно такое. И у него оно было. Он не просто сказал так, он этого хотел. Он хотел, чтобы ее, а не его, отдали». В музыке, лившейся из телекрана, что-то изменилось. Появился надтреснутый глумливый тон, желтый тон. А потом, может быть, этого и не было на самом деле, может быть, просто память оттолкнулась от тонального сходства, голос запел:
под развесистым каштаном продали средь бела дня. Я тебя, а ты меня. У него навернулись слезы. Официант, проходя мимо, заметил, что стакан его пуст, и вернулся с бутылкой джина. Он поднял стакан и понюхал. С каждым глотком пойло становилось не менее, а только более отвратительным. Но оно стало его стихией. Это была его жизнь, его смерть и его воскресение. Джин гасил в нем каждый вечер последние проблески мысли, и джин каждое утро возвращал его к жизни. Проснувшись, как правило, не раньше 11:00, со слипшимися веками, пересохшим ртом и такой болью в спине, какая бывает, наверное, при переломе, он не мог бы даже принять вертикальное положение, если бы рядом с кроватью не стояла наготове бутылка и чайная чашка. Первую половину дня он смутными глазами просиживал перед бутылкой, слушая телекран. С 15 часов до закрытия пребывал в кафе под каштаном. Никому не было дела до него. Свисток его не будил, телекран не наставлял. Изредка раза два в неделю он посещал пыльную заброшенную контору в Министерстве правды и немного работал, если это можно назвать работой. Его определили в подкомитет, подкомитета, отпочковавшегося от одного из бесчисленных комитетов, которые занимались второстепенными проблемами, связанными с 11-м изданием словаря «Нового Яза». Сейчас готовили так называемый предварительный доклад, но что им предстояло доложить, он в точности так и не выяснил. Какие-то заключения касательно того, где ставить запятую, до скобки или после. В подкомитете работали еще четверо, люди вроде него. Бывали дни, когда они собирались и почти сразу расходились, честно признавшись друг другу, что делать им нечего. Но случались и другие дни. Они брались за работу рьяно, с помпой вели протокол, составляли длинные меморандумы, ни разу, правда, не доведя их до конца, и в спорах по поводу того, о чем они спорят, забирались в совершенные дебри с изощренными препирательствами из-за дефиниций, с пространными отступлениями, даже угрозами обратиться к начальству. И вдруг жизнь уходила из них, и они сидели вокруг стола, глядя друг на друга погасшими глазами, словно привидения, которые рассеиваются при первом крике петуха. Телекран замолчал. Уинстон снова поднял голову. Сводка? Нет, просто сменили музыку. Перед глазами у него стояла карта Африки. Движение армий он видел графически. Черная стрела грозно устремилась вниз, на юг, белая двинулась горизонтально к востоку, отсекая хвост черной. Словно ища подтверждение, он поднял взгляд к невозмутимому лицу на портрете. Мыслимо ли, что вторая стрела вообще не существует? Интерес его опять потух. Он глотнул джину и для пробы пошел белым конем шах. Но ход был явно неправильный, потому что незваное явилось воспоминание. Комната, освещенная свечой, громадная кровать под белым покрывалом, и сам он, мальчик 9 или 10 лет, сидит на полу, встряхивает стаканчик с игральными костями и возбужденно смеется. Мать сидит напротив него и тоже смеется. Это было, наверное, за месяц до ее исчезновения. Ненадолго восстановился мир в семье. Забыт был сосущий голод, и прежняя любовь к матери ожила на время. Он хорошо помнил тот день. Ненастье, проливной дождь, вода струится по оконным стеклам, и в комнате сумрак, даже нельзя читать. Двум детям в темной, тесной спальне было невыносимо скучно.
Уинстон ныл, капризничал, напрасно требовал еды, слонялся по комнате, стаскивал все вещи с места, пинал обшитые деревом стены, так что с той стороны стучали соседи, а младшая сестренка то и дело принималась вопить. Наконец мать не выдержала. «Веди себя хорошо, куплю тебе игрушку, хорошую игрушку, тебе понравится». И в дождь пошла на улицу, в маленький универмаг неподалеку, который еще время от времени открывался, а вернулась с картонной коробкой, игрой «Змейки-лесенки». Он до сих пор помнил запах мокрого картона. Набор был изготовлен скверно. Доска в трещинах, кости вырезаны так неровно, что чуть не переворачивались сами собой. Уинстон смотрел на игру, надувшись и без всякого интереса. Но потом мать зажгла огарок свечи и сели играть на пол. Очень скоро его разобрал азарт, и он уже заливался смехом, и блошки карабкались к победе по лесенкам и скатывались по змейкам обратно чуть ли не к старту. Они сыграли 8 конов, каждый выиграл по 4. Маленькая сестренка не понимала игры, она сидела в изголовье и смеялась, потому что они смеялись. До самого вечера они были счастливы втроем, как в первые годы его детства. Он отогнал эту картину, ложное воспоминание. Ложные воспоминания время от времени беспокоили его. Это не страшно, когда знаешь им цену. Что-то происходило на самом деле, что-то не происходило. Он вернулся к шахматам, снова взял белого коня и сразу же со стуком уронил на доску. Он вздрогнул, словно его укололи булавкой. Тишину прорезали фанфары. Сводка, победа! Если перед известиями играют фанфары, это значит победа. По всему кафе прошел электрический разряд, даже официанты встрепенулись и навострили уши. Вслед за фанфарами обрушился неслыханной силы шум. Телекран лопотал взволнованно и невнятно, его сразу заглушили ликующие крики на улице, новость обежала город с чудесной быстротой. Уинстон расслышал немногое, но и этого было достаточно. Все произошло так, как он предвидел. Скрытно сосредоточившаяся морская армада, внезапный удар в тыл противнику, белая стрела перерезает хвост черной. Сквозь гам прорывались обрывки фраз: «Колоссальный стратегический маневр, безупречное взаимодействие, беспорядочное бегство, 500 000 пленных, полностью деморализован, полностью овладели Африкой, завершение войны стало делом обозримого будущего, победа, величайшая победа в человеческой истории, победа, победа, победа». Ноги Уинстона судорожно двигались под столом. Он не встал с места, но мысленно уже бежал, бежал быстро. Он был с толпой на улице и глох от собственного крика. Он опять посмотрел на портрет старшего брата. Колосс, вставший над земным шаром. Скала, о которую разбиваются азийские орды. Он подумал, что 10 минут назад, всего 10 минут назад, в душе его еще жило сомнение, и он не знал, какие будут известия, победа или крах. Нет, не только евразийская армия канула в небытие. Многое изменилось в нем с того первого дня в Министерстве любви, но окончательное, необходимое исцеление совершилось лишь сейчас. Голос из телекрана все еще сыпал подробностями о побоище, о пленных, о трофеях, но крики на улицах немного утихли. Официанты принялись за работу, один из них подошел с бутылкой джина. Уинстон в блаженном забытьи даже не заметил, как ему наполнили стакан. Он уже не бежал
и не кричал с толпой. Он снова был в министерстве любви. И все было прощено, и душа его была чиста, как родниковая вода. Он сидел на скамье подсудимых, во всем признавался, на всех давал показания. Он шагал по вымощенному кафелем коридору с ощущением, как будто на него светит солнце, а сзади следовал вооруженный охранник. Долгожданная пуля входила в его мозг. Он остановил взгляд на громадном лице. 40 лет ушло у него на то, чтобы понять, какая улыбка прячется в черных усах. О, жестокая, ненужная размолвка! О, упрямый, своенравный беглец, оторвавшийся от любящей груди! 2 сдобренных джином слезы прокатились по крыльям носа, но все хорошо. Теперь все хорошо, борьба закончилась. Он одержал над собой победу. Он любил старшего брата. Приложение о Новоязе. Новояз, официальный язык Океании, был разработан для того, чтобы обслуживать идеологию ангсоца или английского социализма. В 1984 году им еще никто не пользовался как единственным средством общения ни устно, ни письменно. Передовые статьи в «Таймс» писались на новоязе, но это дело требовало исключительного мастерства, и его поручали специалистам. Предполагали, что старый яз, то есть современный литературный язык, будет окончательно вытеснен новоязом к 2050 году. А пока что он неуклонно завоевывал позиции. Члены партии стремились употреблять в повседневной речи все больше новоязовских слов и грамматических форм. Вариант, существовавший в 1984 году и зафиксированный в 9-м и 10-м изданиях словаря новояза, считался промежуточным и включал в себя много лишних слов и архаических форм, которые надлежало со временем упразднить. Здесь пойдет речь об окончательном, усовершенствованном варианте, закрепленном в 11-м издании словаря. Новояз должен был не только обеспечить знаковыми средствами мировоззрения и мыслительную деятельность приверженцев ангсоца, но и сделать невозможными любые иные течения мысли. Предполагалось, что когда новояз утвердится навеки, а старый яз будет забыт, неортодоксальная, то есть чуждая ангсоцу мысль, поскольку она выражается в словах, станет буквально немыслимой. Лексика была сконструирована так, чтобы точно, а зачастую и весьма тонко, выразить любое дозволенное значение, нужное члену партии, а кроме того, отсечь все остальные значения, равно как и возможности прийти к ним окольными путями. Это достигалось изобретением новых слов, но в основном исключением слов нежелательных и очищением оставшихся от неортодоксальных значений, по возможности от всех побочных значений. Приведем только один пример. Слово «свободный» в новоязе осталось, но его можно было использовать лишь в таких высказываниях, как «свободные сапоги», «туалет свободен». Оно не употреблялось в старом значении «политически свободный», «интеллектуально свободный», поскольку свобода мысли и политическая свобода не существовали даже как понятия, а, следовательно, не требовали обозначений.
Помимо отмены неортодоксальных смыслов, сокращение словаря рассматривалось как самоцель, и все слова, без которых можно обойтись, подлежали изъятию. Новояз был призван не расширить, а сузить горизонты мысли, и косвенно этой цели служило то, что выбор слов сводили к минимуму. Новояз был основан на сегодняшнем литературном языке, но многие новоязовские предложения, даже без новоизобретенных слов, показались бы нашему современнику непонятными. Лексика подразделялась на три класса: словарь А, словарь Б, составные слова, и словарь С. Проще всего рассмотреть каждый из них отдельно. Грамматические же особенности языка можно проследить в разделе, посвященном словарю А, поскольку правила для всех трех категорий одни и те же. Словарь А заключал в себе слова, необходимые в повседневной жизни, связанные с едой, питьем, работой, одеванием, хождением по лестнице, ездой, садоводством, кухней и тому подобным. Он почти целиком состоял из слов, которыми мы пользуемся сегодня, таких как «бить», «дать», «дом», «хвост», «лес», «сахар». Но по сравнению с сегодняшним языком число их было крайне мало, а значения определены гораздо строже. Все неясности, оттенки смысла были вычищены. Насколько возможно, слово этой категории представляло собой отрывистый звук или звуки и выражало лишь одно четкое понятие. Словарь А был совершенно непригоден для литературных целей и философских рассуждений. Он предназначался для того, чтобы выражать только простейшие целенаправленные мысли, касавшиеся в основном конкретных объектов и физических действий. Грамматика новояза отличалась двумя особенностями. Первое – чисто гнездовое строение словаря. Любое слово в языке могло породить гнездо, и, в принципе, это относилось даже к самым отвлеченным, как, например, «если», «еслить», «если-но» и так далее. Никакой этимологический принцип тут не соблюдался. Словом-производителем могли стать и глаголы, существительные, и даже союз. Суффиксами пользовались гораздо свободнее, что позволяло расширить гнездо до немыслимых прежде размеров. Таким образом, были образованы, например, слова «едка», «яйцевать», «хвостистски», наречие, «убежденец». Если существительное и родственный по смыслу глагол были этимологически не связаны, один из двух корней аннулировался. Так слово «писатель» означало «карандаш», поскольку с изобретением версификатора писание стало означать чисто физический процесс. Понятно, что при этом соответствующие эпитеты сохранялись, и писатель мог быть химическим, простым и так далее. Прилагательное можно было произвести от любого существительного, как, например, «пальтовый», «жабный», а от них соответствующие наречия и так далее. Кроме того, для любого слова, в принципе, это опять-таки относилось к каждому слову, могло быть построено отрицание при помощи «не». Так, например, образованы слова «не лицо» и «не донос». Система единообразного усиления слов приставками «плюс» и «плюс-плюс», однако, не привелась ввиду неблагозвучия многих новообразований. Сохранились прежние способы усиления, несколько обновленные. Так у прилагательных появились две сравнительные степени «лучше» и «более лучше». Косвенно аналогичный процесс применялся и к существительным, чаще от глагольным, путем сцепления близких слов в родительном падеже, наращивания ускорения темпов развития.
как и в современном языке, можно было изменить значение слова приставками, но принцип этот проводился гораздо последовательнее и допускал гораздо большее разнообразие форм, таких, например, как «подустать», «надвязать», «отоварить», «беспреступность», «коэффициент», «зарыбление», «обескоровить», «довыполнить» и «недододать». Расширение гнезд позволило радикально уменьшить их общее число, то есть свести разнообразие живых корней в языке к минимуму. Второй отличительной чертой грамматики нового языка была ее регулярность. Всякого рода особенности в образовании множественного числа существительных, в их склонении, в спряжении глаголов, были по возможности устранены. Например, глагол «пахать» имел деепричастие «пахая». «Махать» спрягался единственным образом «махаю» и так далее. Слова «цыпленок», «крысенок» во множественном числе имели форму «цыпленки», «крысенки» и, соответственно, склонялись. «Молоко» имело множественное число «молоки». «Побои» употреблялось в единственном числе, а у некоторых существительных единственное число было произведено от множественного «займ». Степенями сравнения обладали все без исключения прилагательные, как, например, «бесконечный», «равный», «тракторный» и «двухвесельный». В соответствии с принципом покорения действительности все глаголы считались переходными. «Завозразить» – проект, «задействовать» – человека, «растаять» – льды, «умалчивать» – правду, «взмыть» – пилот взмыл свой вертолет над вражескими позициями. Местоимения с их особой нерегулярностью сохранились, за исключением «кто» и «чей». Последние были упразднены, и во всех случаях их заменило местоимение «который» – «которого». Отдельные неправильности словообразования пришлось сохранить ради быстроты и плавности речи. Труднопроизносимое слово, или такое, которое может быть неверно услышано, считалось «ipso facto» в силу одного этого, латынь, плохим словом. Поэтому в целях благозвучия вставлялись лишние буквы или возрождались архаические формы. Но по преимуществу это касалось словаря «б». Почему придавалось такое значение удобопроизносимости, будет объяснено в этом очерке несколько позже. Словарь «Б» состоял из слов, специально сконструированных для политических нужд, иначе говоря, слов, которые не только обладали политическим смыслом, но и навязывали человеку, их употребляющему, определенную позицию. Не усвоив полностью основ ангсоца, правильно употреблять эти слова было нельзя. В некоторых случаях их смысл можно было передать староязовским словом или даже словами из словаря «А», но это требовало длинного описательного перевода и всегда было сопряжено с потерей подразумеваемых смыслов. Слова «Б» представляли собой своего рода стенограмму. В несколько слогов они вмещали целый круг идей, в то же время выражая их точнее и убедительнее, чем в обыкновенном языке. Все слова «Б» были составными. Составные слова, такие как «речепис», «раб», «день», встречались, конечно, и в словаре «А», но они были просто удобными сокращениями и особого идеологического оттенка не имели. Они состояли из двух или более слов или частей слов, соединенных так, чтобы их удобно было произносить. От каждого из них по обычным образцам производилось гнездо. Для примера. От благомыслия, означавшего приблизительно ортодоксальность, правоверность, происходил глагол «благомыслить».
Причастие – благомыслящий, прилагательное – благомысленный, наречие – благомысленно и так далее. Слова «б» создавались без какого-либо этимологического плана. Они могли состоять из любых частей речи, соединенных в любом порядке и как угодно препарированных, лишь бы их было удобно произносить и оставалось понятным их происхождение. В слове «мысли преступления», например, «мысль» стояла первой, а в слове «благомыслие» – второй. Поскольку в словаре «б» удобопроизносимость достигалась с большим трудом, слова здесь образовывались не по такой жесткой схеме, как в словаре «а». Например, прилагательные от «мини-люба» и «мини-права» были, соответственно, «мини-любны» и «мини-правны», просто потому что «любовный» и «праведный» было не совсем удобно произносить. В принципе же, их склоняли и спрягали, как обычно. Некоторые слова «б» обладали такими оттенками значения, которых почти не улавливал человек, не овладевший языком в целом. Возьмем, например, типичное предложение из передовой статьи в «Таймс». «Старомыслы не нутрят ангсоц». Кратчайшим образцом на старой язе это можно изложить так. Те, чьи идеи сложились до революции, не воспринимают всей душой принципов английского социализма. Но это неадекватный перевод. Во-первых, чтобы как следует понять смысл приведенной фразы, надо иметь четкое представление о том, что означает слово «ангсоц». Кроме того, лишь человек, воспитанный в ангсоце, почувствует всю силу слова «нутрить», подразумевающего слепое восторженное приятие, которое в наши дни трудно вообразить, или слово «старомысл», неразрывно связанного с понятиями порока и вырождения. Но особая функция некоторых новоязовских слов, наподобие старомысла, состояла не столько в том, чтобы выражать значение, сколько в том, чтобы их уничтожать. Значение этих слов, разумеется, немногочисленных, расширялось настолько, что обнимало целую совокупность понятий. Упаковав эти понятия в одно слово, их уже легко было отбросить и забыть. Сложнее всего для составителей словаря новояза было не изобрести новое слово, но, изобретя его, определить, что оно значит, то есть определить, какую совокупность слов оно аннулирует. Как мы уже видели на примере слова «свободный», некоторые слова, прежде имевшие вредный смысл, иногда сохранялись ради удобства, но очищенными от нежелательных значений. Бесчисленное множество слов, таких как «честь», «справедливость», «мораль», «интернационализм», «демократия», «религия», «наука» просто перестали существовать. Их покрывали и тем самым отменяли несколько обобщающих слов. Например, все слова, группировавшиеся вокруг понятий «свободы» и «равенства», содержались в одном слове «мысли преступления», а слова, группировавшиеся вокруг понятий «рационализма» и «объективности» в слове «старомыслие». Большая точность была бы опасна. По своим воззрениям, член партии должен был напоминать древнего еврея, который знал, не вникая в подробности, что все остальные народы поклоняются ложным богам. Ему не надо было знать, что имена этих богов – Ваал, Осирис, Молох, Астарта и так далее. Чем меньше он о них знает, тем полезнее для его правоверности. Он знал Иегову и заветы Иеговы, а поэтому знал, что все боги с другими именами и другими атрибутами – ложные боги. Подобным образом, член партии знал, что такое правильное поведение, и до крайности смутно, лишь в общих чертах, представлял себе, какие отклонения от него возможны. Его половая жизнь, например, полностью регулировалась двумя новоязовскими словами «злосекс»
половая аморальность, и добросекс, целомудрие. Злосекс покрывал все нарушения в этой области. Им обозначались блуд, прелюбодеяние, гомосексуализм и другие извращения, а кроме того, нормальное совокупление, рассматриваемое как самоцель. Не было нужды называть их по отдельности. Все были преступлениями и, в принципе, карались смертью. В словаре «Ц», состоявшем из научных и технических слов, для некоторых сексуальных нарушений могли понадобиться отдельные термины, но рядовой гражданин в них не нуждался. Он знал, что такое добросекс, то есть нормальное сожительство мужчины и женщины с целью зачатия и без физического удовольствия для женщины. Все остальное – злосекс. Новояз почти не давал возможности проследить за вредной мыслью дальше того пункта, что она вредна. Дальше не было нужных слов. В словаре «Б» не было ни одного идеологически нейтрального слова. Многие являлись эвфемизмами. Такие слова, например, как «радлаг», «лагерь радости», то есть «каторжный лагерь», или «минимир», «министерство мира», то есть «министерство войны», обозначали нечто противоположное тому, что они говорили. Другие слова, напротив, демонстрировали откровенное и презрительное понимание подлинной природы строя. Например, «нарпит», означавший низкосортные развлечения и лживые новости, которые партия скармливала массам. Были и двусмысленные слова с хорошим оттенком, когда их применяли к партии, и с плохим, когда их применяли к врагам. Кроме того, существовало множество слов, которые на первый взгляд казались просто сокращениями. Идеологическую окраску им придавало не значение, а их структура. Настолько, насколько позволяла человеческая изобретательность, все, что имело или могло иметь политический смысл, было сведено в словарь «Б». Названия всех организаций, групп, доктрин, стран, институтов, общественных зданий кроились по привычной схеме. Одно удобно произносимое слово с наименьшим числом слогов, позволяющих понять его происхождение. В Министерстве правды отдел документации, где работал Уинстон Смит, назывался ДОКО, отдел литературы – ЛИТО, отдел телепрограмм – ТЕЛЕО и так далее. Делалось это не только для экономии времени. Членистые слова стали одной из характерных особенностей политического языка еще в первой четверти XX века. Особенная тяга к таким сокращениям была отмечена в тоталитарных странах и тоталитарных организациях. Примерами могут служить такие слова, как «нации», «гестапо», «коминтерн», «агитпроп». Сначала к этому методу прибегали, так сказать, инстинктивно, в новоязе же он практиковался с осознанной целью. Стало ясно, что, сократив таким образом имя, ты сузил и незаметно изменил его смысл, ибо отрезал большинство вызываемых им ассоциаций. Слова «коммунистический интернационал» приводят на ум сложную картину. Всемирное человеческое братство, красные флаги, баррикады, Карл Маркс, Парижская коммуна. Слово же «коминтерн» напоминает всего лишь о крепко спаянной организации и жесткой системе доктрин. Оно относится к предмету столь же легко узнаваемому и столь же ограниченному в своем назначении, как стол или стул. «Коминтерн» — это слово, которое можно произнести почти не размышляя, в то время как «коммунистический интернационал» заставляет пусть на миг, но задуматься. Подобным же образом «мини-прав» вызывает гораздо меньше ассоциаций, и их легче предусмотреть, чем «министерство правды». Этим объяснялось не только стремление сокращать все, что можно, но и, на первый взгляд, преувеличенная забота о том, чтобы слово легко было выговорить. Благозвучие
перевешивало все остальные соображения, кроме ясности смысла. Когда надо было, регулярность грамматики неизменно приносилась ему в жертву. И справедливо, ибо для политических целей прежде всего требовались четкие, стриженные слова, которые имели ясный смысл, произносились быстро и рождали минимальное количество отзвуков в сознании слушателя. А от того, что все они были скроены на один лад, слова «б» только прибавляли в весе. Многие из них — ангсоц, злосекс, радлак, нарпит, старомысл, мыслепол, полиция мыслей — были двух- и трехсложными, причем ударения падали и на первый, и на последний слог. Они побуждали человека тараторить, речь его становилась отрывистой и монотонной, это как раз и требовалось. Задача состояла в том, чтобы сделать речь, в особенности такую, которая касалась идеологических тем, по возможности независимой от сознания. В повседневной жизни, разумеется, необходимо, по крайней мере, иногда необходимо, подумать перед тем, как заговоришь. Партиец же, которому предстояло высказаться по политическому или этическому вопросу, должен был выпустить правильное суждение автоматически, как выпускает очередь пулемет. Обучением он подготовлен к этому. Новояз, его орудие, предохранит его от ошибок. Фактура слов с их жестким звучанием и преднамеренным уродством, отвечающим духу ангсоца, еще больше облегчит ему дело. Облегчалось оно еще и тем, что выбор слов был крайне скудный. По сравнению с нашим языком, лексикон новояза был ничтожен, и все время изобретались новые способы его сокращения. От других языков новояз отличался тем, что словарь его с каждым годом не увеличивался, а уменьшался. Каждое сокращение было успехом, ибо чем меньше выбор слов, тем меньше искушение задуматься. Предполагалось, что в конце концов членораздельная речь будет рождаться непосредственно в гортани, без участия высших нервных центров. На эту цель прямо указывало новоязовское слово «речекряк», то есть «крякающий паутиному». Как и некоторые другие слова «б», «речекряк» имел двойственное значение. Если крякали в ортодоксальном смысле, это слово было ничем иным, как похвалой, и когда «Таймс» писала об одном из партийных ораторов «идейно крепкий речекряк», это был весьма теплый и лестный отзыв. Словарь «Ц» был вспомогательным и состоял исключительно из научных и технических терминов. Они напоминали сегодняшние термины, строились на тех же корнях, но, как и в остальных случаях, были определены строже и очищены от нежелательных значений. Они подчинялись тем же грамматическим правилам, что и остальные слова. Лишь немногие из них имели хождение в бытовой и в политической речи. Любое нужное слово, научный или инженерный работник, мог найти в особом списке, куда были включены слова, встречающиеся в других списках. Слов, общих для всех списков, было очень мало, а таких, которые обозначали бы науку как область сознания и метод мышления, независимо от конкретного ее раздела, не существовало вовсе. Не было и самого слова «наука». Все допустимые его значения вполне покрывало слово «ангсоц». Из вышесказанного яствует, что выразить неортодоксальное мнение сколько-нибудь общего порядка новояз практически не позволял. Еретическое высказывание, разумеется, было возможно, но лишь самое примитивное, в таком примерно роде, как богохульство. Можно было, например, сказать «старший брат плохой». Но это высказывание, очевидно, нелепое для ортодокса, нельзя было подтвердить никакими доводами, ибо отсутствовали нужные слова. Идеи, враждебные ангсоцу, могли посетить сознание лишь в смутном, бессловесном виде, и обозначить их можно было не по отдельности, а только общим термином. Разные ереси
свалив в одну кучу и заклеймив совокупно. В сущности, использовать новый яс для неортодоксальных целей можно было не иначе, как с помощью преступного перевода некоторых слов обратно на старый яс. Например, новый яс позволял сказать «все люди равны», но лишь в том смысле, в каком старый яс позволял сказать «все люди рыжие». Фраза не содержала грамматических ошибок, но утверждала явную неправду, а именно, что все люди равны по росту, весу и силе. Понятие гражданского равенства больше не существовало, и это второе значение слова «равный», разумеется, отмерло. В 1984 году, когда старояс еще был обычным средством общения, теоретически существовала опасность того, что, употребляя новоязовские слова, человек может вспомнить их первоначальное значение. На практике любому воспитанному в двоемыслии избежать этого было нетрудно, а через поколение-другое должна была исчезнуть даже возможность такой ошибки. Человеку, с рождения не знавшему другого языка, кроме новояза, в голову не могло прийти, что равенство когда-то имело второй смысл – гражданское равенство, а свобода когда-то означала свободу мысли. Точно так же, как человек, в жизни своей не слыхавший о шахматах, не подозревал бы о другом значении слов «слон» и «конь». Он был бы не в силах совершить многие преступления и ошибки просто потому, что они безымянны, а, следовательно, немыслимы. Ожидалось, что со временем отличительные особенности новояза будут проявляться все отчетливее и отчетливее, все меньше и меньше будет оставаться слов, все уже и уже становится их значение, все меньше и меньше будет возможностей употребить их недолжным образом. Когда старый яс окончательно отомрет, порвется последняя связь с прошлым. История уже была переписана, но фрагменты старой литературы, не вполне подчищенные, там и сям сохранились. И покуда люди помнили старый яс, их можно было прочесть. В будущем такие фрагменты, если бы даже они сохранились, стали бы непонятны и непереводимы. Перевести текст со старого яза на новый яз было невозможно, если только он не описывал какой-либо технический процесс или простейшее бытовое действие, или не был в оригинале идейно выдержанным, выражаясь на новом язе, благомысленным. Практически это означало, что ни одна книга, написанная до 1960 года, не может быть переведена целиком. Дореволюционную литературу можно было подвергнуть только идеологическому переводу, то есть с заменой не только языка, но и смысла. Возьмем, например, хорошо известный отрывок из Декларации независимости. «Мы полагаем самоочевидными следующие истины. Все люди сотворены равными. Всех их Создатель наделил определенными неотъемлемыми правами, к числу которых принадлежат жизнь, свобода и стремление к счастью. Дабы обеспечить эти права, учреждены среди людей правительства, берущие на себя справедливую власть с согласия подданных. Всякий раз, когда какая-либо форма правления становится губительной для этих целей, народ имеет право изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство. Перевести это на новый яс с сохранением смысла нет никакой возможности. Самое большее, что тут можно сделать, это вогнать весь отрывок в одно слово – «Мысли преступления». Полным переводом мог стать бы только идеологический перевод, в котором слова Джефферсона превратились бы в панегирик абсолютной власти.
Именно таким образом и переделывалась, кстати, значительная часть литературы прошлого. Из престижных соображений было желательно сохранить память о некоторых исторических лицах, в то же время приведя их труды в согласие с учением Ангсоца. Уже шла работа над переводом таких писателей, как Шекспир, Мильтон, Свифт, Байрон, Диккенс и некоторых других. По завершении этих работ первоначальные тексты, а также все остальное, что сохранилось от литературы прошлого, предстояло уничтожить. Эти переводы были делом трудным и кропотливым. Ожидалось, что завершатся они не раньше первого или второго десятилетия XXI века. Существовало, кроме того, множество чисто утилитарных текстов, технических руководств и тому подобного. Их надо было подвергнуть такой же переработке. Окончательный переход на новый яс был отложен до 2050 года именно с той целью, чтобы оставить время для предварительных работ по переводу. Перевел с английского Голышев. Attends.